Доброго вечора, шановні глядачі. Доброго вечора усі, хто зібрався з нами в студії сьогодні. Доброго вечора усі, хто нас дивиться. Усі, хто беруть участь у нашій дискусії заочно, тобто або через мережу інтернет, адже нас можна подивитися і на нашому сайті. І можна зв'язатися з нами через Фейсбук або на нашій сторінці на Фейсбуці, сторінці нашої програми, або безпосередньо на моїй особистій сторінці, або ж писати мені у лічку. Я побачу, якщо не зможете додзвонитися, то я ваші питання озвучу тут таким чином. І, як завжди, ми обговорюємо найактуальніше, найцікавіше питання нашого життя, життя нашої громади, життя області, життя України. І сьогодні ми говоритимо про атестацію співробітників вже нової, колишньої міліції, нової поліції. Буде цікаво, я впевнений, буде гаряче, адже за півгодини ви зможете приєднатися до нас або телефоном, або, як я казав, через інтернет. І у будь-якому випадку ви можете погоджуватися з тими думками, які тут пролунають, можете не погоджуватися, але ми, як завжди, намагаємося зібрати тут найкомпетентніших, найдосвідченіших співрозмовників, які знають ту справу, про яку кажуть, і які мають безпосереднє відношення до цієї справи. На жаль, сьогодні не бере участі у нашій програмі будь-хто з поліції, адже ми заздалегідь запрошували їх офіційним листом, але отримали відповідь, що на жодне з цих питань, які ми збираємося сьогодні обговорювати, вони не готові давати відповіді. А відтак, будь ласка, не дивуйтеся тому, що у нас є у студії і ті, хто брав участь у роботі комісії атестаційних, у нас є юрист Олег Михайлович Кирюхін, у нас є журналісти, у нас є будь-хто, але немає офіційних представників поліції. Вони вважають, що з цього приводу їм казати нема чого. І, як я вже казав, 2-2 години ми будемо обговорювати питання того, як проходила атестація в Миколаєві, та не тільки в Миколаєві, а взагалі і в Україні, які наслідки цієї атестації, чи варто нам чекати на нову, на якісну нову поліцію. І перш ніж представити наших гостей, за традицією, сюжет з історією питання. Будь ласка. Приїхав, побачив, розпустив. 2 липня 2015 року візит до Миколаєва міністра внутрішніх справ Арсена Авакова ознаменувався розпуском найкорумпованішої служби в системі внутрішніх справ – ДАІ. Каталізатором цих радикальних дій стало відео від активістів дорожнього контролю. На Одеській трасі біля Коблева даїшники з майстерністю фокусників збирають і приховують данину з водіїв вантажівок. Так, Миша, есть. Леверись и зижал. Молодец. Мы приняли решение больше не терпеть и не ждать официального начала переходного процесса, потому что замены в Николаевском ГАИ происходили, взыскания накладывались. Это не имеет никакого результата. Систему нужно менять докорінно. Поэтому мы приняли решение 27 июля начать отбор в новую патрульную службу. 7 листопада 2015-го де-юре припинила існування міліція, почала функціонувати поліція, а де-факто розпочався перехідний процес від старого до нового. В міністерстві пообіцяли, ніхто зі 150 тисяч міліціонерів не перейде автоматично під загальну хвилю. Повна переатестація особового складу. Міліція має переродитися з мілітарної, авторитарної, воєнізованої структури в правоохоронний орган, завдання якої – співпраця, комунікація, надання сервісних послуг. Приоритетом для нас будет борьба с системной коррупцией. Это первоначальная цель. Также неэффективность системы диктуется также дублированием функций внутри министерства. С этим тоже будем работать. Оптимизация системы очень важна. Максимально оновити кадри пообіцяли протягом 3-5 років. Першими підлягають реформуванню підрозділи, які безпосередньо контактують з населенням – патрульна поліція, дільничні. До речі, деякі спостерігачі з числа громадських експертів очікували після 7 листопада на дорогах України може наступити Армагеддон. Підставою для таких прогнозів називали скасування цілого комплексу підзаконних актів ДАІ. За статистикою, на дорогах області зафіксовано збільшення кількості ДТП. З початку року сталося майже 40 дорожньо-транспортних пригод.
Цього тижня оприлюднили і інші цифри. Так, в центральному районі Миколаєва за два місяці 2016-го зареєстровано карних виробництв на 54% більше, ніж у 2015-му. Скоєно 225 пограбувань, розкрито 63. Ще з історії питання. Миколаїв став чи не єдиним містом в Україні, де навколо відбору до патрульної поліції в жовтні 2015-го виник скандал. У кандидатів, які не пройшли відбір, виникли претензії і сумніви в компетентності членів комісії. Лунали звинувачення, суб'єктивності і закритості. Я тут присутствую, в принципі, як отець парня, який намагався пройти в нову поліцію, который имеет высшее образование юридическое, Ярослава Мудрого, прокурорский факультет с отличием, который хорошо и отлично сдал тесты и ФИЗО, и только потому, что отозвался негативно о работе нашей ГАИ, только я считаю, только поэтому он не попал в новую полицию. Кто делал вывод и как строился вывод, человек годен или не годен? Мы не можем узнать ни у кого. Самое главное для нас, чтобы у всех были одинаковые права. Понимаете, все проходят тесты, все проходят физкультуру. Физкультуру мы писали на видео, если вы знаете или не знаете. Все проходят психологические тесты, все проходят медицину, потому что это закон Украины, мы не можем ничего сделать. Так что конкурс прозрачный везде, как и в Харькове, как и во Львове, как и в Одессе. Спочатку 2016-го наповну запрацювали переатестаційні комісії по відбору кадрів до нової поліції. В Миколаївській області таких 8. Вони складаються як з правоохоронців, так і з громадських діячів, активістів. Стосовно останніх, Хатія Деконаїдзе вважає участь незаангажованих представників громадського суспільства, які вболівають за майбутнє країни невід'ємною складовою, а всі звинувачення в їх непрофесіоналізмі відкидає. Ну, а поки що списки цих комісій невідомі широкому загалу. Бывший гаишник получил пенсию 30 тысяч долларов. Ключи от транспорта. И позволяет себе пьяный ездить по Октябрьскому. Что? Да? Пьяный? Ну да, наверное. А ну давайте. Ну пройдите медсудэкспертизу. Давайте. Отже, зрозуміло вже, про що піде мова, зрозуміло вже більш-менш конкретно, і тому саме час Олександру представити наших гостей та експертів. Вітаю вас. Сьогодні про все це ми будемо говорити з нашими експертами та гостями. Андрій Острів, член атестаційної комісії «Політтехнолог». Добрий вечір. Роман Бойко, голова Центральної атестаційної комісії, учасник АТО, волонтер. Олег Кірюхін, адвокат. Вітаю вас. Переходимо до представлення наших експертів. Перший майданчик – миколаївські журналісти, знані публіцисти. Ігор Пох, Андрій Лохматов. Вітаю вас. Андрій Єрмолаєв, заступник голови громадського формування «Бастіон», член атестаційної комісії. Олександр Курченко, депутат Миколаївської міської ради 5-го і 6-го скликань. Вітаємо вас. Переходимо до представлення другого майданчика. Олександр Ухмановський, політтехнолог. Артем Щогла, член атестаційної комісії, учасник АТО. Вітаємо в студії ток-шоу «Контраргумент». Дякую, Олександре. І перш ніж дати по хвилині, традиційній хвилині на початку нашої програми нашим гостям, я хочу запропонувати вашій увазі невеличке опитування, яке ми провели з приводу того, що люди думають про підсумки, про доцільність, про результати цієї атестації, які сподівання вони покладають на цей процес, що відбувався досить болісно, неоднозначно, про це ми говоритимо. Але, як завжди, Vox Populi, Vox Dei. Будь ласка. Вірите ли ви в переатестацію? Ну, знаете, наверное, трудно однозначно сказать по той причине, что много есть разочарований в современных каких-то реформах. Но это одна из тех реформ, которая показывает какие-то результаты, вот такие реальные плоды. Поэтому хотелось бы верить, и те цифры, которые вот звучат в СМИ о том, что большой процент не проходит переаттестацию, как бы свидетельствует о том, что все-таки переаттестация идет, ну, в какой-то степени объективно. Вы знаете, очень хотелось бы верить, потому что это, да, одна из первых реформ в Украине. Как говорят многие, она одна из более успешных. Но, честно говоря, есть сомнения по поводу переаттестации в городе Николаеве, потому что, ну, есть такая информация в интернет, что стоит задуматься, будет ли она честной.
Я думаю, что все мы увидим в процессе, потому что все-таки есть недоверие к былым кадрам, есть надежда, что они не появятся в будущем больше в нашей структуре. Ну и, конечно, хочется верить в то, что ситуация изменится полностью. Я думаю, кардинально ничего не изменится, по той причине, что у нас уже 25 лет ничего не меняется. Но вообще надо провести, может убрать особо одиозные там фигуры, наверное, есть. Но, в принципе, пока у нас это правительство, да, пожалуй, этот президент, ничего не изменится. Я в это надеюсь. Чего вы ждете от сотрудников новой полиции? Переаттестованных сотрудников внутренних дел? Ну, то, что изменится как-то ситуация к лучшему, то есть не будет ГАИ по кустам сидеть, гоняться за деньгами, то есть, что как-то все наладится немножечко. Могу сказать так, что из тех, кто переаттестовывается, там со старой милицией. Понимаете, как говорится, Горбатова могила исправит. Они не, нет, новые, что придут в полицию, с тех толк еще будет. Отже, ви бачите, що думають люди про те, що відбувається, і про те, у чому обрали безпосередню участь. Отже, панове, будь ласка, по хвилині на початку програми. Андрій Устрик. Добрый вечер, студия, добрый вечер, телезрители. Две вещи хотел бы отметить из того, что я услышал. Ну, первое, это лично я убежден, что со мной никто никаких переговоров не вел, ни о чем не просил, поэтому касательно своих решений в комиссии я уверен. Второе, почему, наверное, важнее, для чего я туда пошел. Первое, ну, каждый из нас обязан как-то влиять на то, что на том, где он живет. Потому что хаят многие, а делают реально практически ну, мало людей. Как политтехнолог я представляю себе, как могли бы развернуть эту ситуацию, ну, скажем, недобропорядочные люди в стиле хорошее дело, замазать грязью и его аннулировать как таковое. Да поэтому я, собственно говоря, и подал заявку на участие, и вот, собственно говоря, и попал в комиссию. Для меня это, скажем, было достаточно неожиданно, потому что это все происходило как-то так, в общем, неожиданно. То есть один звонок, собеседование, потом общее собрание, номер комиссии, и, в общем, вот мы знакомились с членами комиссии. Да. Работа была более-менее понятной, а вот сам процесс отбора, как потом выяснилось, это там есть целый приказ нашего министра, и, в общем, собственно, он регламентировал, как формировались комиссии. Ну, наверное, это... Дякую, Андрей, будь ласка. Здравствуйте. Значит, вопреки недостаткам, таким как организация, отбор члена комиссии, сама работа и многие другие вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать, я надеюсь, в том числе и то, что Тузов Николаевских, ну, главных милиционеров города Николаева, непонятно зачем, отправили перетестовываться в Киев. Вот, ну, тоже сегодня будем это, я надеюсь, обсуждать, особенно вот Артем Щеглов, он участвовал в этом непосредственно. Вот, то есть, вопреки всему этому, я могу сказать словами Дмитрия Рябченко, одного из членов комиссии, что если тех, кого он рекомендовал, хотя бы половина будут уволены, то это уже большой, огромный успех. Спасибо большое, Олег Михайлович. Ну, вы здесь единственный представитель юстиции, ну, скажем так, закона, да, то есть вы понимаете, что такое эта аттестация с законной точки зрения. Мы приглашали нескольких юристов, пришли только вы, и мы вам очень за это признательны. К сожалению, не удалось нам также пригласить и тех, кто не прошел аттестацию, и они всячески пытались нас, дергая за рукав и подталкивая спину, рассказать, пойдите, расскажите там про всякие кошмары, которые там творились. Но когда дошло до того, что мы предложили им принять участие самим, как-то вот у них у всех не оказалось времени, желания, возможности или смелости. Господина Тимошина мы тоже звали, который, я уверен, в общем-то, судя по тем гневным заявлениям, которые он делает относительно аттестации, ее полной беззаконности с его точки зрения, ну или частичной беззаконности. В общем-то, он мог бы об этом рассказать в студии, но у него в последнее время тоже не оказалось времени. Поэтому вот вы единственный юрист, который может внести ясность в происходящее. Пожалуйста. Я думаю, в городе достаточно известно, что я не просто адвокат, а человек, который вышел из системы прокуратуры уже скоро, в этом году будет 21 год назад. Поэтому я оцениваю все эти события сквозь призму вообще в целом правоохранительной системы.
недоверие граждан в целом правоохранительной системе, оно основано именно и на том, как эти все органы работают. Ведь на сегодня получается, что прокуратуру практически лишили функции на законодательном уровне расследования. Все расследование досудебное на сегодня находится в милиции, ну это в полиции. И на собственном опыте я вам скажу, я не знаю, как господин Тимошин, с какой стороной сталкивается. Я сталкиваюсь с той ситуацией, что когда я, допустим, в интересах каких-то граждан подаю заявление, причем я не подаю заявления такие какие-то надуманные, я оценю свое имя, и поэтому я подаю заявления конкретные о серьезных преступлениях. Ну, последние два года, я вам скажу, органы не занимаются тем, чем они должны заниматься. Расследование не производится, нет профессионализма. Это системный вопрос, это проблема. Поэтому вот эта аттестация, она действительно назрела. Ее необходимо действительно производить. Хотелось бы сказать, что пожелание, я оптимист, чтобы аттестация в системе МВД не прошла по такому же сценарию, как она прошла в системе прокуратуры. Если любой желающий посмотрит сегодня, кто является руководителями 5 местных прокуратур, я ничего личного не имею против каждого из них, и сравнит с тем, кем они были вчера, сравнит фамилии тех, кто руководят районами, отделами этих прокуратур. Ну, это, как говорится, на манеже все те же. Поэтому хотелось бы, чтобы, если мы надеемся, а я действительно надеюсь, что эти реформы приведут к кардинальному изменению ситуации в правоохранительной системе, чтобы они не прошли так, как они прошли в системе прокуратуры. Спасибо большое. Ну, я думаю, что о частностях мы с вами поговорим обязательно, и вам наверняка будет что сказать. Я вижу, Андрею Острову уже есть что добавить, и я буду готов передать слово нашим экспертам. Пожалуйста, Андрей. Я бы хотел для начала прояснить, как вообще все происходило, потому что люди только слышали, и вот по материалам, которые вы подготовили, они, собственно говоря, не дали понять, что там действительно происходило, что себя включало. Аттестация и так далее. Да? Что такое аттестация? Да? Это каждый сотрудник приходил с личным делом. Ну, то есть личное дело, в принципе, было уже в комиссии, приходил с личным делом. И было такое короткое интервью. На него отводилось 15 минут на человека, что очень мало, особенно если мы говорим о серьезных таких сотрудниках, как оперативные работники, которые умеют говорить не хуже других и запутать умеют, да, или там следователи. То есть, честно говоря, вот наша комиссия там уходила в 9-10 вечера, и люди ждали, потому что мы не могли заниматься шапкозакидательством, красить всех в какой-то цвет, потому что мало того, что это судьба людей, мы не имеем права себя мнить какими-то мстителями, да, то есть мы должны актуально это все делать, и для того, чтобы избегать потом каких-то прецедентов о том, чтобы нас обвиняли как институцию аттестации в неправомерности. Это первое. Второе. Не было, как сейчас в СМИ пишут, что якобы были там какие-то непонятные вопросы, там, то есть разжевывается тема о том, что каждый был во что гораздо. В самом деле, у нас с нами было проведено занятие, в котором было вызначено основные три, скажем, момента, согласно которым оценивались полицейские. Первый момент – это честность и открытость. Второй момент – это мотивация служить в полиции. И третий момент – это лояльность к изменениям в полиции. Да, вот у нас был каждому вопрос фактически задан, как вы видите себя, придя на работу из милицейской формы в полицейскую. И очень многие не могли ответить на этот вопрос. Собственно говоря, это тоже как-то сказывалось на принятии решения. Я прошу прощения сразу, да, чтобы не потерять мысли. Вот вчера мы беседовали с Александром Курченко, и я у него спросил, собственно, а как вот, что происходило. Вот он мне рассказал, он мне как бы провел наглядную
полную иллюстрацию того, что там происходило. Нет, он просто предложил мне решить пример с дробями, которые я не решил. И как я понял, ну... Я сейчас про дроби скажу. Да, ну, увы, гуманитарное образование, в общем-то, это крест на всем, что связано с цифрами. И Саша сказал, что вот для него это было просто черной меткой. Ну как? Ну не могли, вот они, милиционеры не могли решить. Я говорю, Саша, подожди, ну может, как бы это вообще вопрос не по теме? Нет, а должны разбираться. Поэтому насчет того, сейчас, что хорошо, их спрашивали лояльности к милиции и отношение к реформам, я думаю, что все-таки не ограничивало все подобными вопросами. Сейчас я сейчас объясню методику, да, смотрите. Если мы говорим об... Смотрите, вот у нас были тесты, да, которые говорила Хатия о том, что было проведено два теста. Профессиональный тест и на логику, на ум, ну, то есть насколько у человека вообще мозг работает, если так говорить, да. Пока по сумме можно было набрать максимум 120 баллов, по 60 баллов за каждый тест. И когда ко мне приходит человек, более того, мы как члены комиссии тоже их проходили, эти тесты на логику, чтобы было понятно. То есть мы представляем, что это за тесты. Прошли. Да, ну, прошли, да. И когда человек приходит, у которого результат теста 45, это высокий результат достаточно, проходной балл 30. Проходной балл 30. У меня 37 было. Ну вот у меня были гении, 54 был человек. Ну правда вот он дроби сразу в лед решил. Ну это так. И ты понимаешь, что, особенно учитывая информацию о том, что тесты каким-то образом были куплены, а кадровики нам сами рассказывали, те, кто из кадров, рассказывали, что они давали ссылки в интернете, чтобы люди натаскивались на эти тесты. Ну, в принципе, логично вполне. Но в этом случае подходит подмена понятий. Когда у человека 45, ему задаешь вопрос, то есть дроби 1, 2 плюс 2, 3, классический вопрос. Это сложный вопрос. Был проще, 20 на 3. Ужасно то, что, ну, давайте поделим, что люди нервничали, сильно нервничали, да, мы их там успокаивали, отпаяли водой и так далее, но не, ну... 20 разделить на 3. Не могут. Вы понимаете, и у человека 45 баллов по логике. Сейчас, секунду, Артем. Вы закончите, да? Артем, пожалуйста, да. Понимаете, мы говорим о людях, которые на бумаге 20 на 3 разделить не могут. Но золотую цепочку при изъятии вещдоков делят замечательно и успевают ее сдать в ломбард. Мы говорим о том случае, который был в Центральном РУВД, который, собственно говоря, и привел к той ситуации, ну, один из ряда тех случаев, который привел к той ситуации, что милицию нужно всю было менять, просто всю. Спасибо, Артем. Роман, когда мы готовились к передаче, вот мы познакомились с вами только в студии, мне рекомендовали вас как человека, который вот был просто самый главный в Николаеве комиссии, что вы там таких уже проверяли. Это просто громко сказано, зубно. По сути, она называлась... Практически от вас вообще все зависело. Это громко сказано, совсем немножко не так. Она называлась Центральная комиссия, потому что в ней были подразделения, которые подчинялись непосредственно Киеву. Это ОБЭП, ОБНОН и киберотдел. А так, по сути, на самом деле, это была восьмая комиссия. Единственное, что как бы, вот, выделяет меня среди других общественников, что каким-то непонятным образом головой должен был быть генерал. Но генерал не приехал. И поэтому, когда вся комиссия собралась, то согласно наказу 1465, мы проголосовали, выбрали сами голову, и им оказался я. Ну, то есть вы находились на генеральской должности. Да. Я думаю, что, потому что голову, для этого нужны были как минимум полковничьи погоны. Голову вообще выбирали, не выбирали там большинством, а назначали. Голова комиссии назначался. И секретарь, секретарь. Да. А это вот такой исключительный случай, когда был он выбран большинством, а не назначен. Ну, тогда мы будем обращаться к вам исключительно, товарищ генерал. Я думаю, что ваше слово будет особенно весомо. Олег Михайлович, скажите, пожалуйста, вот господин Тимошин, которого, к сожалению, мы здесь не увидели воочию, однако и все имели возможность прочитать, говорит о том, что поскольку все вот эти вот решения комиссии, по сути, являются рекомендательными, то практически любой из тех, кто не прошел аттестацию, имеет возможность подать в апелляцию в суд и выиграть, восстановившись на работе. Скажите, вы видите судебную перспективу таких массовых восстановлений? Он говорит именно об этом. Ну, я думаю, надо смотреть не на формальную сторону вопроса, потому что право на обращение в суд любому из нас и присутствующим в зале, и отсутствующим в зале, там, которые нас смотрят, гарантировано Конституцией.
Но если мы обращаемся в суд, это не значит, что нам суд обязан удовлетворить наш иск, скажем так. Или то обращение, с которым мы обращаемся в суд. То есть существует понятие состязательной сторон, и я должен доказать той стороне, второй, которая меня, скажем так, обидела, что я прав, а суд там сидит на Олимпе и смотрит, я доказываю свое, не свое. Точно так же и здесь. То есть говорить о том, что если все там, кто не согласны с результатами аттестации, это приводит там к определенным последствиям в рамках там трудового законодательства или там устава внутренних войск, или я не знаю, что там они будут ссылаться, какой подзаконный акт, вот, то это не значит, важно доказать, что комиссия, которая приняла решение, что лицо не соответствует определенным критериям, что этот вывод является неправильным. Поэтому вопрос надо рассматривать не в формальной плоскости о том, что вот там сколько там, 30-40 там человек, я не знаю, решили обратиться в суд, а в том, правильно ли комиссия приняла решение о том, что он по обусловленным законам критериям не прошел то, и поэтому он не вышел на определенные, вот там есть какой-то параметр, да, вот человек поступает там в гимназию, ЗНО, там, я не знаю, куда он поступает, и он не прошел. Пожалуйста, хочешь, обращайся, но докажи, что тебя неправильно оценили. Понятно, спасибо. Да, Андрей, буквально одну секунду. Абсолютно верно. И более того, для зрителей хочу сказать, вы не думайте, что там было так. Этот хороший, этот плохой. То есть каждому были основания, почему мы не хотим видеть этого человека в полиции. Потому что человек мог оспорить в аттестационной комиссии, ну и как следствие уже то говорил о том, что вот, юрист о том обратиться в суд. И тут это тут очень важно понимать, что там не было вот этот плохой, да, этот хороший, мы про него кого-то слышали или что-то слышали. Да, у нас был свой общий чат, где мы делились информацией, ну, по тем сотрудникам, которые там либо нашумевшие и так далее, но мы в любом случае ее перепроверяли. То есть не было такого, что написали, этот брал взятки на рынке, все, не проходит. Такого не было. То есть с человеком в любом случае разговаривали, общались, ему задавали этот вопрос, и вот тут открытость как раз играла огромную роль. Гаишники честно признавали, что они взяли, брали взятки. Гаишники прямо со старта. Деньги брал, куда сдавал? Шефу, $100 в месяц, да. Касса была. То есть, как бы тут, в общем... Секунду, Артем, Александр хочет. Я хочу, прежде чем передать слово Александру, может быть, это дополнит вопрос, может быть, если нет, то подумают другие, кто хочет сказать. Господа, вот скажите, вы были членами комиссии. И понятно, что про кого-то вы знали, но были там фигуры совершенно одиозные. Понятно, что там, в общем-то, истории тянулись давно. Мы сейчас еще поговорим о многочисленных преступлениях без наказания. Андрей Лохматов комментировал это у нас в материале. Так вот, с одной стороны, да, есть люди, по которых, ну, вы точно знаете, что ни в коем случае нельзя их пускать. С другой стороны, люди, которых вы не знаете. Ну, у которых, так сказать, отягощенное наследственность. Ну, он когда-то работал в ГАИ. Ага, раз работал в ГАИ, значит, автоматически брал взятки. Может быть, он работал там в каком-нибудь информационном отделе, он вообще на трассу не выходил никогда, но у него уже есть клеймо. В принципе, люди, которые приходили к вам, они перед тем проходили различные тесты, испытания, экзамены, проверки иллюстрационные, проверки внутренней службы внутренней безопасности и так далее. Но, тем не менее, далеко не все из них, прошедшие эти проверки, попав к вам, вышли с рекомендациями о продолжении службы. Некоторым оставалось до пенсии, там, кому 10 месяцев, там, кому полгода и так далее. Вот насколько была велика и чем была мотивирована ваша внутренняя уверенность в том, что вы принимали правильные решения, решая судьбы этих людей, и насколько вы были убеждены в том, что вы имеете право эти решения принимать. Пожалуйста. Ну, я бы хотел дополнить то, что говорил Андрей Острев. На этом инструктаже, который проводили с членами комиссии, нам говорили такие вещи, что мы должны не решать, оставляем мы человека на работе или увольняем его. Мы должны решать, принимаем ли мы его вообще на работу, вот в новую полицию.
как будто бы пришел абсолютно посторонний человек и хочет прийти, и мы его принимаем на работу. Мы его не увольняем со старой работы. Милиция расформировывается, формируется полиция. Вот именно такое, вот как бы они нам на инструктажах внушали такую точку зрения. И правильно, помимо вот этих наших убеждений, помимо его там прошлых, скажем так, мест службы, где человек нес службу, были еще вот эти тесты. Тесты на общее развитие, тесты на профессионализм. И там был определенный минимум. По приказу 1465 это 25 баллов. Люди, которые набирали меньше 25 баллов, они даже не имеют права подавать в апелляционную комиссию, на апелляцию. Если их уже уволили, ну не уволили, а не приняли. Суммарно, да? Меньше 60. Суммарно меньше 60. Суммарно меньше 60, это я слышал, но в инструкции я читал по 25 баллов минимально. И по поводу гаишников, тоже всякие интересные истории там происходили на комиссиях. Приходит, скажем так, парень, рассказывает: я работал в ГАИ, взяток никогда не брал, никогда об этом не слышал. Да, где-то в Украине есть там вот в милиции взятки, вот у нас никогда не было взяток. И тут же ему член комиссии наш показывает видео на ноутбуке: а вот смотрите, вот вы на посту стоите, вы рассказываете, что вы были 10 лет в информационном отделе. А, ну это так меня случайно вот так вот там оказался, а вообще вот я не стою и взяток никогда не брал. И вот когда видишь, что человек просто обманывает, ну какое может быть отношение к нему? Ну, рассказывать можно много таких случаев, но это все частности. А в целом я считаю, что аттестационные комиссии, все 8 комиссий, отработали очень добросовестно, очень неплохо. И для меня лично главным показанием было то, что когда решение по каждому конкретному случаю принимается все-таки не за 15 минут, а мы сидим и полчаса, и час при необходимости, и принимается большинством членов комиссии, а не так вот, когда общественники кричат «уволить», киевские товарищи, у нас были там еще из Киева кадровые сотрудники полиции, говорят «оставить». Такого у нас практически не было, всегда, почти единогласно всегда принимались решения. В особо сложных случаях, даже и не сложных, а, как я считаю, ответственных, мы вот всей комиссии, например, принимали решение предложить человеку пройти полиграф. Должен сказать, никто не отказывался, все соглашались. Насколько я помню, скандал с двумя согласившимися, но так и не прошедшими полиграф чинами достаточно высокими. Прошли или не прошли полиграф, это вопрос вообще отдельный. И качество полиграфа тоже. Качество полиграфа тоже, мы его обсуждать не будем, хотя бы потому, что мы давали подписку о неразглашении. Мы покажем сюжет, мы не давали подписок. Но я хочу сказать, что то, что сотрудник проходит полиграф, это еще не значит однозначно, что он будет уволен. Например, по нашей комиссии после полиграфа мы рекомендовали, человека на повышение, кого-то оставляли на должности, кого-то увольняли. Но это уже после полиграфа. И я говорю, даже были такие факты, что рекомендовали к повышению человека. Спасибо, Артем. И вот у нас очень хорошо уже разошлись наши эксперты, так что я говорю, разговор будет живым. Пожалуйста. Могу сказать за свою комиссию, что у нас был такой интересный случай, когда человек, работавший в одном из отделений полиции, милиции в то время, на одном из рынков города, на вопрос, брали ли вы какие-либо взятки, либо денежные суммы с ваших... А чем отличается взятка от денежной суммы? Взятка может быть материальная, то есть не обязательно денежная. А денежная сумма – это уже не взятка. Так вот, он говорит: нет, денег никогда не брал, разве что головку сыра. Головка сыра, можете себе представить, большая. Мы говорим: мы спрашиваем, а это взятка? У него зажигались глаза, и он говорил: да вы что? Это ж по тем временам, когда доллар был 5, головка стоила 500 гривен. То есть люди сами такое говорили. Более того, люди, пришедшие на переаттестацию, по моему убеждению, перед этим проходили какой-то у себя в кадрах, в подразделениях, какое-то либо собеседование, либо отдельный тренинг по тому, как говорить с комиссией. Поэтому 90% говорили, выпаливали, что нет, мы не брали, а случаях получения неправомерной выгоды мы не слышали, при том, что мы прекрасно понимаем, как работала наша милиция. Только некоторые из них, понимая, достаточно неглупые люди, понимая, что мы тоже не дураки сидим,
говорили, да, были. Но что именно мы брали? Пачку бумаги, немножко бензина. Вы же понимаете, что нужно же как-то работать. А я переспрашивал, извините, пачка бумаги и бензин. Вы знаете, сколько нам людей говорят про бумагу и бензин? Хочется спросить, а где эти топливные склады бензина и эти ангары с бумагой, которые вы получали? Ну, по идее, вы должны были получить их, как вы говорите, вы должны их получить столько, что у вас с бумагой проблем не должно быть никаких. И с бензином тоже. Они опускали глаза, вот, понимали, что логично они как бы проигрывают. Да нет, мы не брали, мы никогда не брали. Вы что, мы таких случаев не видели, никогда этого не было. За исключением буквально нескольких, двух или трех человек, которые рассказали о схемах. Ну, были такие люди, которые... И это им помогло? В гаишных схемах. Кстати, да. В некоторых случаях могу сказать, что оценка, косвенная оценка искренности человека таким людям была дана. Я не хочу сказать, прошел ли это человек или не прошел. Просто искренность человека была одной из... Ну, это же милиция тоже началась, знает, да, что чистосердечное признание смягчает наказание. У вас ничего не поменялось. Тоже, я же говорил в самом начале, Андрей, что потом... три критерия, которые нам обязательно дали. Ее искренность, это была обязательным критерием. Сейчас мы послушаем Андрея Лохматова и Андрея Ермолаева, потом покажем сюжет о полиграфе, потом, Олег Михайлович, я хочу, чтобы вы рассказали о законности применения полиграфа с вашей точки зрения и с вашей высоты вашего знания. Андрей, пожалуйста. Ну, тут коллеги, которые пребывали в апелляционных комиссиях, могут рассказывать, думаю, тысячи, сотни своих случаев, и каждый нам был интересен. Но, как мне кажется, суть сводится вся к тому, что человек может признаться на апелляционной комиссии, что он брал деньги, да, это будет засчитано ему как искренность. Многие, я знаю, наслышан от других членов комиссии, что так и делали и объясняли, почему они брали взятки, да, и объясняли то, кто над ними стоял сверху и кому они их отдавали, как вы сказали, да, там. Все сводится к системе, то есть мы можем говорить, да, что есть определенный контингент людей, ну, которые, ну, откровенно тупые, да, которые смотришь на него и понимаешь, ну, как ты можешь надо мной быть властен. Есть контингент людей, которые более или менее, но в силу каких-то обстоятельств там, не работали, да, есть какой-то процент, как мне говорят члены комиссии, приблизительно 10%, это те люди, которые действительно просто любо глянуть, да, и которые с удовольствием бы оставить, повысить и руководить и так далее. Но сегодня вот на днях была новость, да, о патрульной полиции, да, новые ребята с новой философией, с новыми подходами. Новость: киевская патрульная полиция задерживает автомобиль, 17 тысяч долларов обнаруживает один из сотрудников в салоне, быстренько перетаскивает его в машину, и только один из пяти признался об этом руководству и сообщил об этом, собственно, из-за чего нам стало это известно, из-за чего возникло уголовное производство. Так вот, к чему я? Мы что-то как думали, да, патрульная полиция, новые люди, ну все, кристальные будут, и вроде как так оно и есть. Но это говорит о том, что соблазн остается на любой должности при любой зарплате. 8 тысяч гривен, которые к инфляции будут через вот тоже уже ничем, да, и так далее. Вопрос в том, эти переаттестованные 10%, да, хороших ребят, смотивированных, умных, с хорошими достижениями и мотивацией дальше работать. Но если они останутся в такой же системе, в такой же системе координат, в таких же условиях, с таким же соблазном и безнаказанностью, да, этого соблазна, то есть по патрульной полиции понятно, такие люди будут, в любом случае, увидев 100 тысяч долларов, ну, никто не дает гарантии, что человек не возьмет их. Но тут вопрос в том, как что их накажут, покажут всем остальным, что соблазн наказывается этот, то в нашей старой системе мы видели совершенно противоположное. И вопрос в том, как это основная система, потому что патрульная полиция – это вершина айсберга, все остальное, вот то, что мы перетестовываем, да, грубо говоря, как они дальше будут работать, в каких условиях, в какой системе, в какой философии. Я пока, как журналист, не вижу этого. Не вижу ответов на эти вопросы ни от Хати, ни от министра и так далее. И второе, я сейчас коротко скажу, если уже говорить о самих людях, да, если говорить о том, что много зависит от самого человека. Вот мы перетестовали, вот мы уволили, вот мы оставили полупустые райотделы с тем же штатным расписанием. Где новые люди, где мы их будем брать? Будет работать постоянная полицейская комиссия, по которой тоже сейчас будет много вопросов в связи с тем, кто не будет состоять, кто будет набирать этих людей. Но кто туда будет идти? Это будет принцип такой же, как патрульной полиции, где они будут учиться. То есть вопросов сейчас очень много, как у самих, я думаю, сотрудников, потому что, ну, останется 10%, на одного следователя сегодня 400 уголовных производств, при 30 следователях, при 5 следователях, представьте, сколько будет на нем уголовных производств, кто еще выдержит этот период, да,
этой нагрузки и так далее. Поэтому... Андрей, спасибо. Андрей Ермолаев. Пока к нему идет Саша, я хочу, вот не зря тут мне показывал режиссер, я смотрел на Фейсбуке комментарии, вот уже есть звонок зрителя, кстати, да, секундочку, Андрей, послушаем. А я скажу, пожалуйста, подумайте, и, возможно, к сожалению, опять-таки, нет полиции, отвечать некому, но есть те, кто, по крайней мере, работал в этих комиссиях, есть вот бастионы, понимаю, сотрудничают с полицией. Пишет зрительница, может быть, ну, в первом сюжете было о том, что стало гораздо больше преступлений. Может быть, преступлений стало больше просто потому, что их стали фиксировать, а перестали прятать. Но с другой стороны, если перестали прятать, но и некому расследовать, то что будет дальше? Пожалуйста, подумайте над этим вопросом. Мы слушаем зрителя. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой самый главный вопрос. Угу. А когда такая будет переаттестация вашего состава, вашей компании, в которой люди зарабатывают деньги... Бюджетный, да? Вы же компания. Вы знаете, я просто был совершенно уверен, что по этому поводу мне непременно начнутся звонки. Все, что по этому поводу я мог, хотел и считал нужным сказать, читайте, пожалуйста, на Фейсбуке, а также смотрите в комментариях различных телеканалов, которые брали по этому поводу интервью. Большое спасибо. Андрей Ермолаев. Хочу еще упомянуть в таком моменте, что решение комиссии не являлось окончательным. Была еще специальная апелляционная комиссия. Кто не согласен был с решением комиссии, он мог подать апелляцию. То есть считалось, что, ну, считается, что такая двухуровневая система все-таки предотвратит какие-то там сведения личных счетов, какие-то злоупотребления. Еще один момент. То есть в состав комиссии не состоял из одних общественников, тоже тут не упомянули. Были... Обязательно были, у нас, например, с комиссией были два сотрудника центрального аппарата министерства, то есть фактически два полковника из милиции, ну, полиции, патрульная полиция. То есть, и я вам хочу сказать, что да, тут у нас точно так же, как и в других комиссиях, были жаркие дискуссии, просто сразу, чтобы откинуть инсинуации, что собрались там одни общественники и быстро всех там решили выгнать. Вот. А о тех сотрудниках, о которых ничего не было известно, да, вот, допустим, во-первых, была форма создана обращение граждан при переаттестации. Она была там и в Фейсбуке распространялась, и на сайте управления полиции. То есть специально для того, чтобы у кого есть из граждан была какая-то информация о неправомерных действиях сотрудников там, бывшей милиции, чтобы они эту информацию писали и заполняли специальную форму. И специально у нас сидел секретарь, он специально был все время в этой базе, и по каждому сотруднику он проверял, не было ли какой-то информации от граждан. Если такая информация была, естественно, задавались вопросы, уточнения, и выслушивалась точка зрения сотрудника. Ну и последнее, то есть, допустим, дальше, если ничего было, никакой информации, и баллы хорошие, и все, то есть сотрудник проверялся на знание законодательства, как общего там закона о национальной полиции, так и по своим должностным обязанностям. Для этого в комиссии сидели сотрудники милиции, которые могли задать абсолютно там правильно, если где-то кто-то из общественников в чем-то не разбирался, они отлично могли задать вопрос по должностным инструкциям сотрудника и так далее. И, допустим, у нас было там оперативным работником, из-за чего там как бы даже вот в такой мелочи выявлялось. То есть мы спрашивали, на каком основании вы можете остановить сотрудника, ну, этого человека, и проверить у него документы. Я могу сказать, что очень много говорило там полную как бы ерунду, там он мне подозрительный, у него сумка большая и так далее. Вот уже так на этом основании уже можно сделать Хорошо. Вывод. Спасибо, Андрей. Очень коротко, Артем, потому что чувствую, сегодня у нас будет бенефис ваш. И потом Александр, и что касается, Андрей Александр. Что касается обращений граждан, мы проверяли источники. И, как правило, это был не один источник, а несколько источников касательно жалоб на одного и того же сотрудника милиции. Поэтому сказать, что мог быть просто, могли бы после сведения счетов, допустим, житель какого-то населенного пункта, мог пытаться там сводить счеты с милиционером, который его, допустим, обидел. Да. Вот. Мы старались уходить от этого как можно дальше, брать информацию с других источников, брать информацию со СМИ, а также очень важным критерием в этой оценке был такой незаменимый инструмент, как реестр судебных решений, в котором очень много информации по наиболее засвеченным с точки зрения неправомерных действий сотрудников полиции. То есть закрытие уголовных дел неправомерное, фабрикация
переквалификации и так далее. Это тоже играло роль. То есть мы открывали, смотрели то, что было именем Украины, по этому человеку решение. Поэтому обвинять о том, что на сотрудников милиции кто-то жаловался, ну, значит, так они работали. Понятно. Спасибо, Александр Ухмановский, коль скоро Саша рядом с вами. Потом Андрей Остров. И, господа, пока вот вопрос, хочу опять-таки вернуться к тому. Вы решали судьбы людей, да? Вот насколько безупречны, ну, вы же помните все, да, эту знаменитую притчу, да, о том, кто без греха, пусть первый бросит в нее камень. Так вот, насколько вы сами чувствовали себя безгрешными, чтобы взвешивать грехи других? Александр. Ну, я вот вдохновленный как раз спичем Лохматова и понимаю то, что люди одни не верят в эту переаттестацию, да, сторонники одной политической силы, а другие, наоборот, верят слишком. Я бы хотел бы вот задать вопрос как раз в продолжении темы Андрея Лохматова и Ярослава Индикова. То есть вы профессионалы, то есть у политтехнологов коллега, и у солдат очень есть родственное свойство, это так называемая чуйка. Мы очень часто принимаем решение, да, шмальнут из того леса, почему не знаем, либо вот будет завтра проблема с раздачей листовок, вот нутром чуем, интуиция. Если мы вспомним Грузию, да, то после набора новой полиции у них было произведено две чистки, если не ошибаюсь. Еще два раза они полностью вычищали ряды. Так вот, с одной стороны, да, Ярослав спросил, насколько вы были безупречны, а второе, я хочу не про логику вашу, а про чуйку. Как вы считаете, сколько процентов вот из тех, кто сейчас прошел, придется вычистить еще раз, для того, чтобы люди с той стороны экрана понимали, что сейчас не все закончилось, да, и будут проблемы, и это нормально. Так, пожалуйста, вот всех троих хочу услышать. Олег Михайлович, я полагаю, что вам тоже будет что сказать и насчет чуйки, насчет юридического обоснования этой самой чуйки. Пожалуйста, господа. Отвечая на вопрос Александра, а политтехнолог военный – это вообще зло, да? А если серьезно, это действительно была очень глобальная проблема о том, что говорит вот Ярослав, в плане того, что кто судьи, да? Вот этот вопрос я себе постоянно задавал, и поэтому максимальная бесстрастность в оценке была, то есть мы пытались понять, да, если говорить там о том, как была устроена, например, наша комиссия, да, то у нас был, главой комиссии был сотрудник УВБ местного, Николаевского, да, который, в принципе, очень хорошо разбирался в оперативной обстановке, что происходит в милиции, да, потом был у нас, секретарем комиссии был полицейский из Одессы, была у нас такая замечательная девушка Ольга Худецкая, это журналист из Киева, которая нам, собственно говоря, первые два дня на себе и вынесла, потому что у нее большой опыт киевской переаттестации, она с киевской переаттестации приехала в Николаев, и все те вопросы, которые мы еще не знали, как оценивать, то она смогла задать определенный темп работы, да, плюс у нее большой опыт пребывания в зоне АТО, и все так вот эти вот АТОшники наши 30-дневные, там, я не имею в виду настоящих ребят, которые там воевали, да, которые поехали туда поставить, ну, УВБ получить, да, вот они... скажем, вот она их быстро очень раскусывала, задавая такие вопросы, а где был госпиталь в этом населенном пункте, и, а так там вот у меня, ну это вот, вот такая штука. Да? Что касается чуйки, вы понимаете, тут Андрея Лохматова вопрос гораздо глубже, тут вопрос не, даже не в количестве людей по чуйке, которые прошли, проблема системная. Которые обманули на самом деле. Обманули крайне мало тех людей, которые обманули, то есть в принципе расколоть в разных плоскостях очень было достаточно просто, да, но там в крайнем случае задавался вопрос, расскажите закон о полиции за 3 месяца, по которому вы работаете, человек не может на него ответить, да, то есть это уже основание его профнепригодности. Если так уже на то пошло. Или там, скажем, да, как говорили ранее спикеры, что их как-то готовили. Ну да, это чувствуется, что есть определенная какая-то накачка, психологическая накачка. Да, скорее всего, это не кадры готовили, а их непосредственно руководители. Но она быстро слетала, задавая перекрестные вопросы. Был у нас такой мальчик, который уже вот 15 минут, вот он все хорошо проговорил. Последний вопрос, касающийся, стандартный вопрос, который мы задавали, что вы будете делать, если вы услышали, что ваши сотрудники обсуждают, как побить заключенного. Это согласно нового закона,
закона, это является должностным преступлением, это есть катувание, а есть намер катувания, это намер катувания, и порядок действий такой же. Человек запнулся, начали мы чуть больше углубились, и вскрылась как бы вот эта вот ниша. Прошло, я думаю, 10% прошло, если вот так навскидку. Негодяев. Да, не то что негодяев, людей, которые смогли подстроиться. Подождите, у нас есть звонок зрителя. Давайте послушаем зрителя, потом дальше у нас еще два человека, Артем, вы пока можете нервно покурить. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. 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 И здравствуйте, уважаемые гости студии. Очень даже уважаю, хорошие студии у вас. Я хотел бы даже не то, чтобы спросить, а просто прокомментировать, но я не знаю. Ну вот как вот полицейские в Америке в той же делают вот так вот, в тем же ситуациях, да? Понятно, сложный вопрос. Либо сформулируйте, либо попробуйте во второй раз. Представление моей мысли вы поняли, да? Нет, ваши мысли трудно поддаются расшифровке. Пожалуйста, попробуйте еще раз со следующим звонком. Пожалуйста, Роман. Значит, по поводу интуиции, все-таки нельзя сказать, что главным для нас критерием была интуиция. Это был один из, как бы, что... Я хотел бы сказать вот о чем. Большое спасибо тем, так сказать, гостям, которые приехали помогать нам переаттестации. Это ребята, общественники из Тернополя, из Луцка, из Киева. Мало того, что они поделились с нами опытом, обучали, как себя вести, какие вопросы задавать, как реагировать. Они также присутствовали и на составе комиссии. Это очень сильно повлияло, потому что у них уже был огромный опыт, они уже в многих городах занимались этой переаттестацией. То есть это была огромная помощь. За свои деньги, безвозмездно, то есть просто во благо Украины они занимаются этим делом. Также я могу еще сказать, как интуиция, это все равно как за грибами идти. Ты проходишь, находишь грибы, но за тобой люди идут, еще находят. То есть, естественно, мы всех не смогли. Вот если брать мою комиссию, через нее прошло примерно 95 милиционеров, которые хотят быть полицейскими. Из них 40 мы рекомендовали к увольнению. Хотя каждый человек скажет, что ОБЭП, там большинство было ОБЭП, около 70 человек, что ОБЭП надо 100%. Почти каждый человек скажет, что 100%. Ну а кто будет вместо них? Надо же кому-то работать. То есть этот фактор тоже был для нас сдерживающим. То есть вы оставляли лучшее из худшего? Приходилось так. И еще, тоже немаловажно, на что обращали внимание, у нас комиссия была наполовину общественники, наполовину лица, которые уже работают в полиции. Из Киева, из Одессы, из Николаева. Они в основном были как бы сдерживающим фактором. То есть, если бы были только одни общественники, то осталось бы 5-10% полицейских. Но они были сдерживающим фактором, поэтому в среднем, я думаю, по Николаеву будет где-то 30% уволенных. Хорошо. Олег Михайлович, прежде чем передать вам слово, вижу лес рук. Замечательно, просто отлично. Давайте послушаем звонок зрителя, потом я задам все-таки вам видео вопрос, и мы продолжим. Говорите, пожалуйста, в эфире. Переганчук Александр. Добрый вечер. Я глава формирования охраны громадского порядка державного кордона в Киев, Николаеве. Я ничего не могу сказать ни хорошего, ни плохого про порядок переаттестации, но я могу сказать свое мнение по сухому остатку, что в результате получилось. Перед Новым годом я был на месте преступления. Торговали левыми елками без чипов. Позвонил на 102, представился. Ждал 1:40, не приехала оперативная группа. Я вынужден был уехать в поезд уже. После этого я приехал, ничего не смог выяснить. Написал декановице по другим фактам и поэтому. В ответ, ответа с министерства от декановицы не получил, зато получил ответ от местного районного управления. То есть сохранилась вся та система, которая действовала ранее в Советском Союзе. Посылают на место, по сути дела, тем, кто должен отвечать. Вот то, что мы имеем. Поэтому оценивать результаты, я думаю, что они негативные на сегодняшний день. Это мнение субъективное, но у меня конкретные факты.
Спасибо. Спасибо. Артем, вы готовы были прокомментировать этот вопрос? Я хотел прокомментировать то, что перед этим говорили. Потому что мое мнение, что говорить о претензиях к действиям новой полиции членам комиссии о переаттестации, извиняюсь, старых ментов, ну, назовем вещи своими именами, это не совсем как бы корректно. Мы не отвечаем за новую полицию. Их принимала другая совершенно комиссия с Тимошиным в составе, из Кабашной. Поэтому претензии предъявляйте к ним. Мы не участвовали в этой комиссии. Нас туда не то, что не пригласили, а люди, которые хотели участвовать, их просто туда не внесли. Хорошо, поэтому спасибо. Это туда. Спасибо. Другой ответ я хотел сказать. Да. По поводу того, что прошло 10%. Вы поймите, я еще раз хочу акцентировать внимание, что комиссия была паритетная. А в некоторых комиссиях от николаевских общественников присутствовало один человек. Один, вдумайтесь, на 6-7 человек комиссии. Поэтому обвинять общественников в том, что мы перетянули остальные 5-6 голосов, это ну, просто хорошо, нереально. Хорошо, спасибо. Андрей Лохматов, короткий комментарий. Слушаем зрителя. Давайте. Я бы вообще, собственно, по-другому ставил вопрос по поводу общественных активистов, там, журналистов в этих комиссиях. Мне кажется, что вообще нельзя задавать вопрос им, как главным людям в этих комиссиях. В моем понимании, это люди были второстепенные, потому что... Да, первые это были специалисты, это сотрудники аппарата МВД, это сотрудники патрульной полиции, которые могут задать профильные вопросы, как я могу оценивать человека по его там, способностям расследовать дела, задерживать преступников, если я сам не являюсь, ну, не знаю этих законов, грубо говоря, да, то есть роль здесь общественника, сейчас, наоборот, неправильно, мне кажется, неправильно говорить, не вас сдерживали, а вы сдерживали, вы просто, наоборот, не давали там, да, уйти кому-то, местные активисты нужны были для того, чтобы знать местную тематику, а люди из Киева не знают ее, соответственно, подсказывать, кто здесь действительно как бы злой, а кто хороший, да, полицейский. Поэтому совершенно надо по-другому ставить вопрос. Вот другой вопрос вот у меня был всегда в том, почему государство вообще делегирует общественным активистам такую роль. Мне тоже предлагали быть членом Представительной комиссии, я отказался, несколько раз предлагали, как журналисту, который знает тематику, занимает там мой профиль, правоохранительные органы. Я не могу понять, во-первых, чисто из меркантильных целей, почему я должен потратить 3 недели свое место работы, да, уйти с работы, за бесплатно работать на другой работе с таким же графиком до поздней ночи. А с другой стороны, почему я буду нести за это ответственность? Потому что у меня сейчас вопрос по многим из вас, я просто читал комментарии, да, этих сотрудников полиции, не прошедших переаттестацию, понимаю, какой-то гнев, и почему государство подставляет вас, а не тех, кто защищен законом, да? Спасибо. Тот же полковник из МВД, извините, и обычный Роман, который ездит в маршрутке, да, это разные уровни защиты. Спасибо, спасибо большое. Послушаем зрителя, и потом все-таки я хочу задать вопрос Олегу Михайловичу. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Студия. Здравствуйте. У меня вопрос к господину Бойко и к господину Остреву. Хотелось бы понимать, на каких условиях проходит переаттестация участковых инспекторов, и не хотели бы они пригласить госпожу Деканаидзе и проехаться вместе с ней по всем самогонным точкам города Николаева, для того, чтобы она понимала ситуацию, что происходит в городе. Спасибо. Спасибо. Я чувствую, что мне для Артема Щеглова надо строить отдельную студию, создавать отдельную передачу. Артем, очень коротко, сейчас секундочку, Роман, а то Артем просто будет свалиться со стула. Для слушателей уточню, да, пожалуйста. Я занимался только ОБЭП, ОБНОН и киберотдел. Угу. Все, значит, вопрос от Романа Бойко мы передаем Артему Щеглю, пожалуйста. Просто действительно многие участковые проходили через мою комиссию. Процесс распределения кого в какую комиссию нам до сих пор непонятен. Он очень загадочен и трансцендентен, на мой взгляд. Касательно участковых, практически всем задавался вопрос о наливайках, о наркоточках. В обязательном порядке задавался вопрос о людях с разрешением на оружие на их участке. И с людям, какие люди у вас на участке, бывшие судимые, спецконтингент, да, который вы должны проверять и отслеживать. Эти вопросы задавались 100% сотрудников участковых. Кроме этого, их спрашивали в основном 2 блока вопросов. Это проверка документов, а это четко регламентировано в законе о полиции, которые они должны были знать уже на момент прихода на аттестацию. И второе, это применение оружия.
Если человек не мог ответить не то, чтобы в кого стрелять, в кого нельзя стрелять, в какие части тела вообще нельзя стрелять, а если человек не мог назвать табельное оружие, а на вопрос калибра показывали, о, я вам слово даю, мне человек показал, ну, о, вот такой калибр. Я, прошедший войну человек, посмотрев на этот калибр, авиационное орудие, я так подумал, ничего себе, круто. Вот. У каждого свой... Так что я хочу сказать, что проблема с участковыми, действительно, многие, не все, многие, это низкое знание своих профессиональных знаний, которые они должны были показать. Спасибо, Артем. Я извиняюсь за иронию по вашему адресу. Мне кажется, что вы очень полно ответили на вопрос зрителя. Пожалуйста, говорите. В каждой комиссии были, ну и кроме центральной, присутствовали участковые. Причем зачастую участковые из сел. И по каким критериям, в принципе, я с Артемом согласен, это приблизительно одинаковые беседы, плюс изучение его личного дела. То есть, если, скажем, да, 10 лет человек там, в чине старлея до сих пор на этом районе, то ну, стоит задать вопрос, почему он на этом районе. Да? Были, конечно, очень веселые ребята. У нас был один участковый, если из Доманевки, он сделал наш день. Мы смеялись, потом не могли принимать людей, потому что это было смешно. Он там рассказывал, как кур воруют там друг у друга соседи. В общем, такой забавный случай. А если серьезно говорить о том, что, ну, конечно, было Деканоидзе хотелось бы повозить по всей Украине. То есть для конкретно вот для зрителей, по всей Украине показать, какой у нас вообще большой абзац. Но у нас же проблема в системности. Проблема в системности. Это то, о чем говорит Артем. Низкие знания, это не потому, что они такие бездарные, а потому, что у них этого не требуют. И если говорить об этом, я очень хотел об этом сказать, если, Ярослав, вы позволите буквально еще минуту. Для меня после аттестации вскрылась большой гнойник постсоветской системной ошибки при построении силового ведомства. В чем он заключается? Первое, во-первых, у нас создали институт башков и полубашков. То есть у нас каждый суслик себе, каждый начальник райотдела себе агроном, в смысле начальник, да, то есть он в состоянии снять майора, чтобы майор, женщина, делала ему кофе. Я не готов платить майору за то, чтобы она кому-то делала кофе. Это первый момент. Второй момент. Так как милиция погрязла в бумажках, вот этих бесконечных отписках, переписках, записках друг другу, мне кажется, они словами уже перестали общаться. Это первый момент. Более того, это требует. И чем выше генерал, тем он больше этих бумажек требует. Каждое управление что-то себе требует. У нас получается генерал, у него полковники, у каждого своя прослойка помощников. Причем, чем больше звезды, тем больше помощников. Откомандированных, прикомандированных, приданных, заданных и так далее. Есть люди, которые там в чине подполковника на рабочем месте ни разу не были. А были в управлении главном. Да, я вот тут сижу по соседству в кабинете. Это системная большая ошибка. Это то, о чем вот вы, Андрей, говорили. И мне хотелось тогда сразу ответить. Но, коль мы уже затронули эту тему. Да, и говорить о том, что сколько раз будет чиститься это. И так далее. Я думаю, что не один раз. И нам очищаться от этого долго. Нам нужно поменять профиль. Характерный профиль работы этой структуры. Если, вот, например, в законе о полиции, часть вторая, кстати, вот о том, о чем говорили, что они выучили законы, на третий день ты уже прекрасно знаешь и применение оружия, и застосование, и применение, и так далее. Все отлично, очень хорошо учится за три дня. Так вот, в основу деятельности полиции поставлено партнерство. Это ключевой момент. Партнерство с людьми. Да? То есть это не больше карательные функции, а больше партнерские. Совместно с жителями мы обеспечиваем порядок. Да? Как это будет реализовано, многие полицейские просто не понимают. В этом есть большая проблема. И вот это вот как раз третий критерий, по которому оцениваются люди. Это вот стремление, или точнее возможность меняться. Вот оно у многих очень сильно хромает. Люди не понимают, что происходит. Ну, надо, потому что надо.
Вот. Спасибо, Андрей. Я все-таки наконец-то хочу добраться до Олега Михайловича, а то вы как меня перехватываете все время по пути к нему. Но прежде чем задать ему вопрос, я хочу предложить вам сюжет о полиграфе. Это не тот, который Шариков, это который просто детектор лжи. Да? Мы нет, ну вот Артем говорит, разницы большой нету. Мы не давали никому никаких подписок, а поэтому приготовьтесь, сейчас будем вскрывать подноготную самых страшных секретов, которые только не, которые хотели бы рассказать наши гости, но не имеют права. Мы имеем. Смотрите. Поліграф або ж детектор брехні – комплекс психофізіологічної апаратури, який реєструє відповідні реакції людини у відповідь на пред'явлення за спеціальною схемою певних психологічних стимулів – реакція на певні запитання. Аналіз даних опитування дає змогу отримати певну інформацію або ж виявляти ту, яку людина приховує. Так званий детектор брехні, його так називають в народі, справжня назва поліграф, він не являється детектором саме брехні, так як його звикли називати в народі. Так? Це пристрій, який фіксує фізіологічні показники організму. Такі показники, як потовиділення, серцебиття та дихання. Цей прилад можна прирівняти до інших медичних приладів, які вимірюють ті чи інші показники організму. Здесь ми бачимо такі датчики, як два датчика дихання, датчик кожного гальванічного рефлексу, и датчик фотоплетизмограф. Вот, в принципе, есть еще датчик, это манжета так называемая, и есть еще датчики движения. Данный прибор реагирует на физиологические изменения организма человека в ходе проведения теста. Если человек в ходе проведения теста испытывает стресс, то есть ложь или обман, его организм непроизвольно и ему неподконтрольно проявляет вот свои физиологические реакции, такие как он может, у него может сбиваться частота дыхания, у него могут расширяться и расширяться сосуды, он может потеть. Это те реакции, которые человеку не под контроль. Звідси випливає, ошукати детектор брехні фактично нереально, якщо підібраний відповідний комплекс питань і працює досвідчений фаховий оператор. Дані от дії – це є протидія поліграфу. И таким противодействием у нас есть определенные методики по выявлению данного противодействия. Это говорит о том, что человек противодействовал проверке, и это может свидетельствовать о какой-либо или таинстве его, или он не хочет что-то рассказывать, или скрывает от нас какую-то информацию. Людина перед тестованием, вона може війти в такий стан, при якому спеціаліст за допомогою поліграфа не зможе протестувати людину. Тобто, людина може не поспати ніч, людина може приймати якісь інші медикаменти, людина може статися якесь дуже велике горе. І при цьому людина не буде, її не можна буде протестувати. Але це не значить, що людина зможе обманути поліграф. Якщо поліграфолог бачить, що людина знаходиться в такому стані, при якому він не може зараз якісно провести дослідження, він зобов'язаний перенести дане дослідження. Якщо поліграфолог бачить, що в ході дослідження, по тих реакціях, які він отримує в ході дослідження, він бачить, що людина придатна до дослідження, то обманути поліграф, да, як ви говорите, вкрай важко. Я б навіть сказав, що це практично неможливо. Коли мене запитують, чи можна обманути поліграф, я вам можу сказати, якщо ви вспотієте, не рухаючись, не встаючи з місця, не міняючи температуру в кімнаті за 5-10 секунд, тоді так ви зможете його обманути. Якщо ви цього зробити не зможете, тоді обманути вас також його не вийде. В Україні на даний момент немає чітко прописаного законодавства щодо використання поліграфу. Це винятково добровільна процедура, причому опитуваний повинен дати на це письмову згоду. З іншого боку, така вимога може бути прописана в корпоративній угоді. Результати перевірки на поліграфі у судових справах залучаються у якості непрямих доказів лише у комплексі з іншими матеріалами. Обов'язки такого поняття ні. Якщо це соответствует, опять же, должностной инструкции. Потому что если вы планируете стать, там, извините меня, директором большим какого-то огромного банка, и по должностной инструкции там какие-то акционеры это требуют просто, то есть просто вы отказываетесь и не становитесь этим директором. Як відомо, всіх керівників у складі поліції перевірять на поліграфії та тестах благонадійності. Так анонсувала очільник Національної поліції Хатія Деканоїдзе. Це відбудеться у рамках атестації працівників колишньої міліції, які мають наміри продовжувати службу в поліції.
В їх випадку так, так як вони являються працівниками органів внутрішніх справ на відомчому рівні, так є певні нормативні документи, розроблені для працівників органів внутрішніх справ, але не для всіх громадян України. Итак, Олег Михайлович, пожалуйста, вот с точки зрения законности, целесообразности, с точки зрения вашего опыта и прокурорского, и опыта вашего следователя, тут были комментарии, пока шла передача, о том, что есть полиграфы, на которых там вообще просто все можно узнать. Вот насколько это в данной ситуации и действительно законно, и насколько это эффективно, пожалуйста. Ну, для того, чтобы было понятно, насколько я имею, прежде всего, моральное право судить об этих вещах, я для телезрителей напомню или сообщу, те, кто не знает, что я был прокурором Центрального района с мая 1986 по май 1995 года. И я постоянно контактировал с той милицией, то есть от того, что милицию переименовали на полицию, я бы хотел, чтобы качество изменилось, но я именно хотел подчеркнуть, что я имел дело с той милицией ежедневно, зачастую ночью, когда мы раскрывали тяжкие преступления. Я приведу банальный пример. На улицах военных и ракетное урочище отвечал за уголовный розыск такой невысокий, худощавый инспектор уголовного розыска Стратюк Николай Иванович. Те, кто еще живы из той гвардии старой, они могут... Ну ничего плохого об этом человеке, он даже голос, не то что подзатыльник дать не мог. Но у него так была организована профессиональная работа, в том числе с агентурой, что мы любые неочевидные убийства раскрывали там в течение там, ну, дня три максимум. То есть такому человеку абсолютно не нужен был бы сейчас полиграф. И в целом это характеризовало тот склад, тот состав милиции, который работал в то время. Но, к сожалению, действительно, я уже об этом говорил сегодня, пришло то время, когда надо радикальные меры менять, потому что... На мой взгляд, я уже не раз об этом высказывался, в том числе в эфире, вся правоохранительная система последние годы, причем лет 20, я скажу, работает по системе такой наезд, отъезд, съем. То есть сначала наехать, потом отъехать и в процессе этого отъезда снять деньги. То есть крышевание и все остальное. То есть если у них стоят другие абсолютно задачи, не борьба с преступностью, а... устройство личной жизни, то вот мы действительно пришли к тому, что сейчас эта ситуация, ну не то, что я говорю назрела, она уже перезрела, и не то, что там один, я называю 20 лет. Поэтому, если говорить о полиграфе, то в любом процессе, будь это там гражданский, хозяйственный, административный, уголовный, все доказательства оцениваются в совокупности. Вот моя коллега там сказала, что это не является самодостаточным доказательством. Если вот орган, который полномочен принять решение, в том числе на основании полиграфа, он принял решение, волевое административное решение, вы не работаете. Ну, кто-то согласится, кто-то не согласится. Хочешь, доказывай. Вот там есть состязательность. Там уже можно привести и свидетелей, которые вот звонят, которые там знают, какой ты хороший. А ты уже подумай, стоит ли тебе подавать. Может, ты подашь иск, а ты сядешь в тюрьму, потому что изобличат тебя в том, что ты там систематически там занимаешься нехорошими делами. Понятно. Спасибо большое. Господа, я вижу ваши звонки, но у нас зритель очень терпеливо ждет. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да-да, говорите, да. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, я хочу привести вам слова Астрид Лингрен, это детская писательница. Она сказала, что чем больше говоришь «нельзя, нельзя, нельзя», то больше можно. И хочу вам просто предложить, вот, ну, считать там, это, считать деньги все любят и умеют.
А вот личность человека и личность нашего полицейского, она должна создаваться в каких-то ситуациях. И очень хочу вас, ну, просто просить, вот создавать ситуации на человечность, внимание, доброту, не махать револьвером и палкой, а именно отзывчивость должна быть на улице, внимание, упал человек, поднять, а не ходить вот по улицам. Я вот сейчас на пенсии смотрю в окошко, как ходят и любуются собой и своей формой. Спасибо большое. Александр Курченко, и тут еще вот я, кроме Артема, еще видел, есть руки, да? Александр, пожалуйста. Ну, я хотел немножко о другом сказать, но отвечу нашей зрительнице. В законе о полиции предусмотрена статья, называется «Полицейское пеклувание». То есть полиция уже по закону обязана заботиться о гражданах. И если вот раньше мы помним, да, даже... Допустим, выпивший человек, его или там везли в обезьяник, там, в РОВД, или в отрезвитель, или в лучшем случае просто обчистив карманы и оставляли на лавочке, то сейчас они обязаны его поднять, доставить либо в больницу, либо домой. Это просто вменено законом для новых полицейских. Да, людина в безправному стану. Но это касается не только пьяных, это и сбежавших из, как, я не знаю, как правильно сказать, из психиатрических лечебниц. Но я хотел немножко о другом сказать. И на вопрос Александра Ухмановского, и на незаданный мне вопрос всех тех, кто не прошли аттестацию, и, наверное, будет и Тимошину это интересно послушать. Мы в комиссии вот у себя общались с представителями центрального аппарата национальной полиции. И ну, вот это, наши полковники, да, вот мне рассказали, вторая волна переаттестации будет однозначно. Будет и третья. И более того, я вам скажу, будет переаттестация прокуратуры, будет переаттестация судов. И будет по этому принципу, как проходит сейчас переаттестация МВД. И поэтому я бы хотел, вот, чтобы все обратили внимание, те, которые смогли проскочить, и те, которые будут надеяться с каким-то хитрым решением суда вернуться опять на теплые места, чтобы они себе об этом вот, задумались. В этот раз проскочили, потратят немного денег, вернутся, будет второй раз, будет и третий. И общество на этом не остановится. И это вот, киевляне, с которыми мы работали, сказали, это будет однозначно. Спасибо. А коротко Андрей, Андрей Ермолаев, и еще один сюжет, пожалуйста. Пример этому, да, когда человек знает, что, ну, нет смысла идти на переаттестацию, ну, уже все знают о тебе, ну, есть герои наших публикаций, скажем так. Тот герой моей публикации, Павел Алифер, насколько мне известно, да, он не пришел на собеседование, он написал рапорт об увольнении. Тут как бы вроде как понятно, ну, правильное решение для себя принял. Но у меня возникает другой вопрос. Заработает постоянная полицейская комиссия, которая будет начнет набирать людей, и он может прийти через полгода, да, а у него нет в личном деле, что он не прошел переаттестацию, он просто уволился. И таких, я думаю, будет очень много, которые уволены были полгода назад, год назад, а работали лет 10, да. И потом они придут, а вот поэтому вопрос вот к тому дальнейшей этой полицейской комиссии, в которой были включены два депутата, по понятным для меня причинам. Ну, нет, ну я думаю, что, в общем-то, вот история, например, с теми двумя полковниками, которые как бы уже практически уехали в Америку, и вы подняли по этому поводу шум, и то, что было это услышано, мне кажется, это свидетельство того, что, в общем-то, сейчас таким обращением все-таки есть внимание. Артем, я вас вижу, постойте. Ну, Артем, Андрей, пожалуйста. Без медийного толчка ничего не делается. Ну, а что мы по вашему поводу делаем? Мы не то, что тут толкаем, мы, по-моему, просто сталкиваем с обрыва. Да, Андрей, пожалуйста, говорите. Все-таки хочется, да, вот цели этой переаттестации, мне кажется, чтобы у самих, вот, кто переаттестовался там в новую полицию, изменилась сама мировоззренческая система. Потому что, как у нас было, сейчас самый главный в милиции был начальник, он был царь и бог. Сейчас, когда прошла переаттестация, милиция понимает, что, да, там, вот ты приходишь на переаттестацию, тебе задают вопрос, а звонил ли тебе твой руководитель, да, там, чтобы ты отпустил пьяного, а давал ли тебе указания твой руководитель по каким-то уголовным делам. И если раньше, что было делать, там, начальник бог, человек брал под козырек, то человек задумается,
Через год, через два будет очередная переаттестация, будет опять же такая форма обращения граждан, и отвечать за свои конкретные дела будет именно этот сотрудник, о котором данный, да, допустим, человек внесет форму, а не его начальник. Вот. И мне кажется, что вот как бы, да, там всегда говорят, неотвратимость наказания должна все-таки заставить людей как бы работать, если они пришли работать, или покинуть ряды полиции. Безнаказанность порождается дозволенность. У нас есть звонок зрителя. Можно на секунду? Андрей, только очень коротко, зритель очень ждет. Коротко. Да, пожалуйста. Понимаете, переаттестация, если глубже смотреть, переаттестация — это еще такой своеобразный посыл обществу, что что-то может поменяться. То есть даже как бы она сейчас не прошла, там это уже нюанс, важно, что меняется что-то. Спасибо. Так, слушаем зрителя, и я потом прошу, чтобы режиссеры дали минут на 10 тайм-аут по звонкам, потому что иначе мы не успеем услышать несколько очень важных комментариев. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер, да. Ярослав, здравствуйте. Ну, узнал меня, да? Да, Владимир Никитич, здравствуйте. Значит, ну я имею право говорить о том, что вот у меня 16 уголовных производств. Значит, одни старше уже 13 лет, как они волокитятся, а младше 3 года. Значит, прокуроры, вот Олег там сидит, Кирюхин, он знает, прокуроры района всегда говорили, что следователи нормальных нет, способны только карманников и наркоманов. Остальное, там, где касается каких-то более умных дел, они не способны. Ну, если один дроби даже делить не могут. В основе закона у нас говорится, де юре следователь, он единоправный. А де-факто начальники давали указания, дела закрывались. И потом вышестоящие прокуроры, не рядовые, не районные, а вышестоящие прокуроры скасовывали эти постановы о закрытии. Так вот, комиссии, по-моему, не брали во внимание, сколько у этого оперативника, у следователя дел было скасовано и сколько их было им закрыто. А года идут, а для каждого человека, каждый год, каждый день это имеет значение. И последнее, то, что говорили, что комиссия там просмотрели сообщения по интернету, кто там какие давал обоснованные факты, давались, я лично давал, еще есть люди, которые именно давали, и которые немножко профессиональны в этом деле, то по сообщению, как следователи мне сказали, что лично Гончаров вычеркнул таких людей, оставили те, которые ну, не будут мешать просто практически. Поэтому эти аттестации считаем совершенно беззаконными. Совершенно ненормальными. Спасибо. Ну, как-то я не очень понял. С одной стороны, надо аттестовать, с другой аттестация беззаконна. Меня просит зрители озвучить, кто звонит, поскольку мы уже как бы вас узнали по голосу Владимира. Никитович Смирнов, наш постоянный зритель. Спасибо. Я хочу вот в контексте разговора о том, что и говорил Олег Михайлович о старых профессиональных следователях и о том, что говорили, вот, в общем-то, практически все здесь о том, как было раньше, показать сюжет, который подготовила наша журналист Мария Савицкая, там достаточно много комментариев Андрея Лохматова, вот как раз о тех самых попередниках. Пожалуйста. Журналіст миколаївського сайту «Преступності нет» Андрій Лохматов питання функціонування поліції, як то кажуть, собаку з'їв. Він впевнений, що реформа відомства внутрішніх справ серед інших заявлених реформ непомітніша. От тільки окрім поліцейських, форми та машин нічого нового в ній немає. Те, що більшість колишніх керівників, які свого часу давали протизаконні накази, вільно почувають себе у інших кріслах або на пенсії, зберігаючи при цьому всі свої регалії та звання – це показник старої системи у дії. Вона своїх не покидає. Это ее диагноз этой системе, который состоит в том, что если человек в любой правоохранительной структуре, в государственной службе достигает каких-то верхов праведным, неправедным путем, то уровень безнаказанности его действий повышается, потому что наша старая система стояла на том, что если начальник райотдела совершил преступление, то его будут стараться не наказывать и скрывать то, что он совершил, только потому, что он начальник райотдела в первую очередь. Плюс остальные факторы, там, связи, кумовство, знакомство, вместе служили, вместе учились и так далее,
Что, ну, собственно, просто ломает эту систему, она из этого нагниет. На думку Андрія, кожен з тих, хто вже уникнув покарання, розраховує на те, що з часом все забудуть. Сьогодні є цікавіші теми для обговорення. Хоча впевнений журналіст, справи до суду таки довести треба. І добре, якщо вони взагалі відкриті, ці справи. Парсенюк сьогодні у нас працює, у нас генерал на пенсії. Хотя, наверное, бы стоило бы там разобраться по Врадівці, когда поднималось очень много вопросов, а они остались без ответа. Так само цікаво, чи буде реакція відносно колишнього заступника керівника УМВД Миколаївської області Анатолія Марчука, який відрізнився на 132-му виборчому окрузі, а також відносно Івана Приймака, колишнього керівника Первомайської міліції, за яким тягнеться цілий шлейф подвигів. Втім, справедливості заради треба відзначити, одна справа до суду таки дійшла. Тривають засідання по справі колишнього очільника Миколаївського міського управління УВД Олега Шевчука. Ззовні це виглядає як показова прочуханка, адже зрозуміло, що самостійно, просто з голови, він не міг вигадати наказ розганяти Майдан. Принимал он сам рішення це робити, либо ні. Я думаю, що тут навіть вопрос був не в самої навіть милиции. Я думаю, что там приказ был совершенно извне, то бишь из органов исполнительной власти. Ну, как я слышал, как я это, в принципе, понимаю. Так как у нас милиция всегда любила говорить, что она вне политики, а по факту всегда оставалась очень даже в ней, и слово губернатора для начальника УВД было весомее, чем слово министра внутренних дел часто. Вот. Я думаю, что так как этот вопрос был политический, Майдан, да, протесты, то вполне возможно, что не просто взбрело голову генералу, самому себе, либо там Шевчуку, почему бы их не разогнать. Певні міліцейські керівники потрапили під люстрацію, хоча з кількох заявлених етапів в Україні спрацював лише перший, де йшлося про роботу при Януковичі. Другий етап, пов'язаний з декларуванням майна, вже ніхто не впроваджував, хоча варто було б. Я писала о прокурорі міста Палія, Юрій Палія, когда у него в 2013 году в декларации нет ничего, а в 2014, когда вдруг другая власть, он решил все заполнить. Я тогда задал вопрос, то есть либо человек за год все это купил, там две квартиры, там машину, две машины, квартиру и дом, по-моему, достаточно много имущества, в каждой графе что-то было. Либо он скрывал то, что у него это все было, и тут просто решил показать. И в том, и в другом случае он попадает под люстрацию, как мне кажется. Либо как минимум под какую-то ответственность за вот нарушение закона по декларированию. Он сегодня работает начальником архивного отдела, по-моему, в прокуратуре Николаевской области. Сьогодні вже є приклади, коли намагаються уникнути переатестації, розповідає Андрій Лохматов. Цілком офіційно через підвищення кваліфікації в Сполучених Штатах Америки. Йдеться про Валерія Кобу та Володимира Руріка. Ну, навчатися тут добре, але ж може так статися, що марно. Вы не прошли переаттестацию. Вы завтра, может быть, уволены. Может быть, и не уволены, но, может быть, и уволены. Да? Вы сейчас едете в Америку за деньги американских налогоплательщиков, получаете знания, которые потом будете использовать в центре занятости. Ну, в смысле логики. То есть вопрос был даже больше не к Кобе, не к Рурику, а к тому заместителю главы нацполиции, который поставил подпись под их фамилиями. До речі, США вже ніхто нікуди не їде, принаймні до переатестації. Те, що Андрій Лохматов озвучив для нас, він запитав і в Києві. Це окремі приклади, коли громадськість почули. В принципі ж, говорити про відкриття кримінальних справ відносно колишніх функціонерів немає сенсу. Система систему карати не буде, впевнений Андрій. Але сподіватися на те, що подібне можливе, нам ніхто не заважає. Итак, Роман Бойчук, пожалуйста. Роман Бойко. Роман Бойко, вы хотели поговорить о каких-то тех недостатках, которых следует избежать в дальнейшем, при дальнейших аттестациях, которых, я надеюсь, будет много. Говорилось о том, что еще предстоят многие переаттестации и прокуроров, и судей, и полицейских еще будут. Вот. И я хотел бы рассказать о недостатках, которые я хочу, чтобы уже в дальнейшем не повторялись. Один из недостатков, ну, примерно, как я, около пяти будет. Один из недостатков – это подбор комиссий. По каким критериям? Никакой открытости. Это все происходило подпольно. Как и общественников, так и самих полицейских, которые были головами и секретарями, которые непосредственно в большинстве случаев и влияли на решение комиссий.
Среди николаевских общественников примерно 20 человек было всего. Тоже это все происходило полуподпольно. Те, кто были квалифицированы, давно сталкиваются с работой МВД, в основном были отсеяны. Я не буду их перечислять. Кто интересуется этим, знает в жизни города, кто активист, кто занимается борьбой с чиновничьим беспределом. Также хотел еще сказать о этой форме, которая неоднократно говорилась. Сам сайт ежедневно публиковал списки, кто будет переаттестовываться. Это тоже было подпольно. То есть общественность, люди, горожане не знали, кто вообще из милиционеров проходит переаттестацию. Потом сама форма тоже, о ней никакой рекламы не было. Из 2000 примерно полицейских, которые проходили переаттестацию, обращений было всего 156. Всего лишь 156, причем некоторые повторялись, по одному полицейскому было несколько раз обращение. То есть 156, вы представьте себе, как можно, вообще, это несерьезная эта форма, хоть ее и хвалили, но это песчинка. Да, но при этом практически все сказали, что ну как же, ну была форма на сайте, или каждый мог зайти и прокомментировать, и мы на это опирались. Ну, таким образом выявили самых-самых негодяев, которые просто все, город весь их знает, что они преступники. Да, то есть даже то, что мы сняли там, ну, уволили, грубо говоря, рекомендовали к увольнению этих людей, это уже огромнейший результат, огромнейший результат. Проблема в доверии. Не было доверия к этому механизму, к этому сайту. Вот и не только доверие, а просто... Это первый блин. Мало кто об этом знал. И еще один тоже существенный такой недостаток. То, что происходит сейчас уже по набору комиссия, которая будет набирать. Об этом вскользь сказали, но это очень важно. Кто будет набирать новых полицейских? Этих людей тоже как отбирали, что отбирали? Там махинации такие были. Облсовет дважды выводил это... на обсуждение, на голосование. Решение принималось скомканно, быстро, как-то тоже это все было нечисто. И в конце выбрали не общественников, а двух депутатов. Это вообще. Кто такой Талпа? Я вам скажу. Талпа, это как бы это отдельная история. То есть новую полицию будут принимать люди, которые тоже непонятно кто из себя представляет. Мой главный вопрос по поводу депутатов был тот же, что я уже сегодня говорил, да, почему я не согласился быть в комиссии претестационной. Депутат – это человек, который получил уже мандат и который уже загружен общественной работой от и до, в работе в комиссиях, прием граждан, на сессии ездить и так далее. То есть человек, который работает где-то, он тратит кучу времени на эту общественную нагрузку в форме депутатства. У меня возникает вопрос, зачем депутат так рвется в еще одну комиссию, еще одну на 3 года, еще одну себе, кстати, геморрой на голову. Вот, мне кажется, что ответ, Андрей, по моей точке зрения, очевидный, зачем. Еще да? Два недостатка. Пожалуйста. Вот я просто хотел это ответить, ну хорошо, говорите, пожалуйста, потом я. Значит, еще один недостаток, это вот у меня были группа ОБНОН. То есть ОБЭП, ОБНОН и киберпреступность. Значит, раньше в ОБНОНе было 60-70 человек. Вы расшифруйте, что такое ОБНОН. Борцы с наркотиками. Незаконным оборотом наркотиков. Да. Мы знаем, а люди не знают. До реформы, летом была у них реформа, они раньше не подчинялись центру, с лета они начали подчиняться центру, Киеву, и, естественно, над ним стал более жестче контроль. Из-за этого из 60-70 человек на переаттестацию пришло 11 человек. То есть на сегодня по Николаевской области 11 борцов с наркопреступностью. Как мы могли их вообще еще отсеивать, когда их всего 11 вместо 70? То есть это обращение местной власти, я не знаю, как там в Киеве, но местной власти надо что-то с этим делать, организовать какие-то общественные под руководством этих 11, точнее уже там не 11, пришлось, потому что люди, ну, из этих 11 были вообще полностью некомпетентны, они на простейшие вопросы не могли ответить, этих мы уже понятно, спасибо. Сейчас, секунду, я вас вижу, я хочу просто прокомментировать риторический вопрос Андрея, а что там делать депутатам, у нас есть у всех один общий знакомый, ну не как, мы практически все его знаем, он сначала был депутатом областного совета, потом вдруг стал депутатом Верховной Рады. Так вот он за год просто нахождения при власти, нигде не работая, умудрился сесть на X5 BMW.
Поэтому я хочу сказать, что депутаты знают, зачем они туда идут, у них все в порядке. Причем этого самого депутата, который вот сейчас, о котором, я так понимаю, будет идти речь, вот, о той киевской комиссии, большой, трехлетней, никто не спросил о том, откуда у него появилась эта машина. А мы, когда у него спрашивали, он как-то загадочно закатывал глаза, говорил о каких-то богатых женщинах, об особых способах находить деньги неведомых простым смертным и так далее. Но я хочу сказать о другом, о том, что вот в комиссию входили люди, которых я, в принципе, при всех моих, как бы очень, так сказать, особых взглядах на их деятельность, в коррупции обвинить не могу. Нет, скорее всего, коррупционеры они не являются. Однако их взгляды на законность настолько своеобразны, что я прошу сейчас показать страничку, тем более, что у нас последние два дня, как оказалось, очень модно внимательно изучать страницы в социальных сетях. Я думаю, что самый раз посмотреть страницу одного из тех, кто решал судьбы будущих полицейских. А я вот озвучу текст с этой страницы. «Подонки, которые довели до нищеты и развала все в нашей стране, все чаще начинают обвинять нас в том, что мы маргиналы, махновцы, унтерменши и прочее. За что такая честь, спрашивается? Оказывается, кто-то там посмел зеленкой какого-то негодяя облить. Кто-то пендаля дал наичестнейшему и напорядочнейшему депутату Николаева. Кто-то кролика обозвал. На вопрос в другом. Скажите, панове, а не виноваты ли вы в том, что их пинают, проклинают и матюгают сами наши деятели? В стране, где этих подонков никто не трогает, ни прокуратура, ни суд, покрывают президент и министры, что остается нам? Остаются только такие вот детские выходки. Подождите, еще доведете вы народ, как бы это ни закончилось, расстрельными тройками». Ну, там текст достаточно большой, я для экономии времени привожу самое интересное. И последнее. «Всех ставивших лайки подобным выходкам а-ля Блажко, индиков, ну, мы тут говорили в этом в программе, вот об этом вот самом вот среднем инциденте, индиков также профинил, осуждал, мол, как так, полная маргинализация и прочее. Так что, панове маргиналы, кто посмотрел эти фото, готов поставить лайк, присоединяйтесь». Обратите внимание, если не ошибаюсь, по-моему, 60 лайков и 30 комментариев. То есть, как бы народ прекрасно воспринимает подобный метод наведения порядка. Это господин Дмитрий Рябченко, известный активист, который принимал активное участие в оценке тех, кто должен на улицах города вот как раз пресекать такие вещи и наводить там порядок совсем другими методами. Вот поэтому у меня возникает вопрос, господа. Вот то, что такие люди оказываются среди тех, кто оценивает будущих полицейских, для меня является тем, что политологи знают, называется дискредитация через окружение. То есть вы все порядочные люди. Но я сомневаюсь лично после такого вот поста, я сомневаюсь как минимум в одном. И если ни у кого не возникло сомнений в том, а как же вот это вот может происходить в голове у того человека, который сейчас дает оценку будущим защитникам закона и порядка, то тогда у меня волей-неволей возникают сомнения в работе всей и в объективности всей комиссии. Если хотите, можете ответить на этот вопрос. Если нет, да, Андрей, пожалуйста. Вы говорите то, что могут говорить сотрудники милиции и полиции, не прошедшие аттестацию. Это то, что изначально сама система проведения аттестации заложила, да, присутствие общественности в этих комиссиях. Сам факт этого, какими бы ни были общественники, при всем уважении и самому предлагали, как я уже сказал, уже закладывает момент недоверия к этой всей системе, потому что, ну, кто эти люди? Они могут быть замечательными, да, людьми, моральными и так далее, но почему они, кто они? Да? Ну, поэтому... Я с вами не соглашусь. Давайте зададим вопрос, кто? Нет, я думаю, что это закономерно, что такие будут разговоры, вот и все. Будут такие разговоры. Ну а кто те люди, которые выходили на Майдан в 2013 году, в 2014? Ну никто же этих людей идеальных не бывает, вы понимаете? Кто менты, то скажут, взяточники, крышеватели, первые преступники. Однозначно. А вот общественники можно обсуждать. И вот однозначно, что общественников возможно поставить под сомнение их благоразумность, квалификацию и так далее. Но то, что менты являются преступниками, это однозначно. И население во всех исследованиях это показывает. Поэтому
Даже плохое общество. Вы возмущались, да, Тимошенко, Башная были в этом, да? Они общественность или нет? Нет. Почему? Чем отличается общественница Кабашна от общественника Романа Мурика? Милицейских в данном случае отличие то, что я все-таки представляю, стараюсь бороться за интересы граждан. Они борются за свои интересы в основном, как я понимаю. Послушайте, по каждому из вас можно говорить очень долго, понимаете, если иметь желание. Если кто-то это желание заимеет, будут разговоры. Вот и все. Я к тому, что сам факт этого уже начинает возникать разговоры. Мы сейчас начинаем, действительно ушли в такую тематику, не совсем понятно. Смотрите, у нас сейчас... не совсем юридическое решение проблемы с МВД. У нас политика юридическая, да, и мы должны себе отдавать в этом отчет. Политика хирургическая, правильно. Политика юридическая. Хирургическая нет, а вот политическая и юридическая. И отвечая на ваш вопрос, почему этим занимаются общественники, для того, чтобы снять давление на центральный аппарат МВД народа. Это такой способ чужими руками жар загребать, ну если так в простонародье говорить, да. И это было ежу понятно людям, которые попали на этой комиссии, что они окажутся под первым гребнем удара. И многие со мной коллеги, которые были там, например, со мной на комиссиях, вот это ощущение, когда ты поднимаешься по лестнице через этот вот строй аттестуемых, и такая нескрываемая просто ненависть, которую чувствуешь каждой клеточкой вот от этих людей, она была, это была там война миров, самая настоящая война миров, просто можно там, не знаю, цитировать цитаты из этого произведения. Но, смотрите, если смотреть чуть-чуть поглубже на эту проблему, да, там, и вот говоря там о каком-то отдельно взятом человеке, он нивелируется на фоне самого факта проведения. И вот, скажем, да, представитель комиссии мой, там, который вот сотрудник УВБ, да, он нам с самого первого дня повторял постоянно одну вещь. Вот как вот там этот Соломона дергали, что ты всего лишь человек, он говорил, эти люди не такие, как они сейчас. Не такие. Вчера они были другие. Да, они в кабинете совершенно другие. Вот они сейчас там овечками прикидываются. Но вот уровень противодействия системы, он очень велик. И в данном случае, да, можно говорить о недостатках, о том, что там не так что-то подобрали, разобрали и так далее. Тут есть две более глобальные проблемы, по моему видению, как больше, ну, узкоспециальному, да. Первая проблема, это в том, чтобы это начинание не превратилось опять в коррупционную схему. Это то, о чем мы говорили, депутаты, которые стремятся, на X5 ездят и так далее. Но есть проблема номер два. Проблема номер два – это что полиция сейчас может получить эксклюзивное право, внимание, право осуществлять процессуальные и силовые методы против СБУ, прокуратуры, судов и так далее, как уже очищенный якобы орган. Произойдет силовой перекос, если там, да, в историю мы взглянем, постоянно МВД, там, КГБ в советское время, потом МВД с СБУ, постоянно таскали одеяло на себя, кто ближе к папе, ну, в смысле, к президенту, да. А вот сейчас получилось такое, вроде уже как очищенное, другая организация под названием полиция, и ей дадут вот эти эксклюзивные права проводить вот эти такие хирургические методы в других сферах силовых структур и правоохранительных. Вот это проблема. Ну что, Андрей, спасибо. Господа, у нас очень мало времени остается. Однако есть, Игорь, я вижу под конец. У нас есть блок, вот тот, о котором вы хотели поговорить, Артем и Саша. Только, пожалуйста, коротко. Вы постарайтесь уложиться максимум в 5 минут вдвоем. Пожалуйста. Попробуем, конечно, уложиться. Я просто за время передачи пытался делать пометки. Не знаю, смогу ли я теперь правильно все ответить. Смотрите, что касается того, что нас очень часто обвиняли в комментариях, в других местах СМИ, в том, что ой, зачем эти общественники, пускай этим занимаются профессионалы. И напомню события 2-летней давности. Профессионалы в момент того, когда государство оказалось на грани тяжелой войны и захвата другим государством, профессионалы отошли в сторонку. Общественники встали и сделали свое дело. Вот у меня вот есть, вот, может, камера покажет, шеврон 79-й аэромобильной бригады. Там есть надпись «Никто крем нас». Поэтому, когда встал вопрос о том, что надо заниматься переаттестацией полиции, я отбросил все свои дела, семью,
свои проблемы, все, что касалось своей жизни. И занялся 3 недели этой каторжной, этой тяжелой каторжной работой, которая напоминала каждый день общение с психопатами, с уродами и с убийцами, с тяжелыми моральными неприятными людьми. 3 недели. Я не жалею, потому что мне звонят люди с фронта и заявляют о том, что вот этот человек, который будет у вас на комиссии, вот тот человек у вас будет на комиссии, этот 2 года назад меня пытал, а этот 2 года назад прессовал мой бизнес, а этот не хотел раскрывать преступления в отношении меня и так далее. У меня есть моральный долг перед этими людьми. Я не мог просто так пройти мимо и сказать, это не мое дело. Я считаю, что из тех людей, которые попали в комиссию, общественники заняли слишком малую часть, даже не половину. В моей личной комиссии, в первой комиссии, это было 2 человека от Николаева при перекосе в киевских представителей. Более того, вопрос о распределении будущих кандидатов в полицию по комиссиям, это очень большой вопрос. Мы не можем понять, как они распределялись. Почему-то все тузы Николаевской милиции пошли в мою комиссию под конец. Но так как они пошли, очень было организовано, все было очень хитро. У меня к организаторам много вопросов. И Хати Деканаидзе тоже. Почему этим тузам пошли им навстречу и перенесли им переаттестацию в Киев? Почему им выделили для этого командировочные? И им дали возможность на служебных машинах, потратив топливо, потратив деньги, съездить в Киев. Мы, обычные николаевские жители, за свои деньги поехали туда и провели им переаттестацию в Киеве. Какого рожна. Фига? Да, не рожна. Можем понять. Какого рожна? Вот. Ладно, бог с ним. Но когда мы пришли на эту комиссию, вчера утром, когда я зашел в кабинет, назначенный для прохождения переаттестации, к моему дикому удивлению, я обнаружил там одного интересного человека. Наверное, многие его знают. Это депутат от Николаева в Верховной Раде, Подберезняк Вадим Иванович. Очень неординарная личность. Это тот самый автомобилист-любитель? Да, да. Когда этот человек оказался в комиссии, я попытался узнать, на основании чего он попал в нашу комиссию. Поскольку в комиссии у нас было за все 3 недели было постоянно 6 человек. 2 николаевских общественника и 4 человека из Киева. В том числе 2 человека из министерства, полицейский и девочка-волонтер. У нас было всего 2 человека, мы были в меньшинстве из Николаева, знавших ситуацию в городе. Кто у нас в городе основные упыри и основные вурдалаки в милиции. Тем не менее, мы когда приехали в Киев, оказалось, у нас уже не 2 человека из 6, а 2 человека из 7. И еще один член комиссии был заменен. Фактически, нам всунули 2. Да, понятно, что депутат это был с Николаева, но почему-то он был в Киеве в этот момент. И вместо того, чтобы заниматься в Верховной Раде вопросами детей, страдающих раком, он выделил целый день для голосования на этой полицейской комиссии, голосуя всегда «за». Он все 20 человек голосовал «за». Ему памятник надо поставить вот так вот. Потому что он голосовал все время «за». Вот. Этот человек, который пытался, мое искреннее мнение, пытался спасти, законсервировать нынешнее состояние вещей в управлении и в руководстве Николаевской милиции. Спасибо. Александр Корченко. Артем довольно полно все это рассказал. Практически нечего добавить, кроме одного вопроса. Вот почему депутат Верховной Рады в свое рабочее время не находится в Верховной Раде, а впервые за 3 недели работы комиссии, на самом интересном заседании комиссии, оказывается в этом кабинете? На самом начинает финансово аттестовать. Интересно. Ну да. Да, это начальники всех райотделов. Это начальники райотделов. У меня были начальники замы. Всех райотделов и всего управления. У меня вчера прошло в комиссию полностью все управление милиции. Все. Кроме Гончарова. Руководители всех райотделов, руководители всех отделов управления. И почему-то этого человека всунули в комиссию. Работал, Тарас, господи,
Кремень. Тарас Кремень, он был в другой комиссии, да, изначально он там показался, по-моему, один день. И не, он больше... дня два или три был. Дня два или три был, но постоянно его не видел. Удивительный вопрос. Народный фронт? Ну, здесь дело... Абаков их министр был. Да. На мой взгляд, здесь дело в другом. Здесь дело в том, что вот существует этот приказ, да, 1465. Там прописана процедура назначения членов комиссии. Прописано, что председатель комиссии может поменять персоналии. Ну, один человек заболел, и другой пришел, да. Но здесь добавился лишний человек в комиссии. Ну, вот знаете, если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Ну, тут, знаете, нужно быть вообще... То есть мы не можем понять, кто раз... мы не можем понять. Кто принял такое волевое это решение? Это вопрос о том, о чем говорил Роман, что недостатков столько, что они нам, просто заставляют усомниться в объективности работы комиссии. Я могу... тут вопросы, кстати, вот на этом фоне. Ну, это я обращу внимание, я эти недостатки не для критики ситуации, а для того, чтобы это не повторялось. У нас будет еще перетестация. Только в этом была моя цель. Я понимаю. Я знаю, как это сделать в следующий раз, чтобы это не было, чтобы не наступать на те же... Смотрите, они все сделали, там все сделано хитро. Там есть некая компания, EDAPS называется, да, которая как на аутсорс, и якобы это ее компьютеры каким-то якобы сверхслучайным образом что-то, то есть это такая тоже покрышка, к ней очень много вопросов интересных, там очень, очень сладкий куш был в самом деле, я так понимаю, им оплачен и так далее. То есть тут вопрос даже не сколько тут то, что уже получилось, а с чьими руками это сделалось? У нас судьи тоже якобы независимо выбираются для одного и того же дела. Один и тот же судья. 3-4 раза. Я понимаю немножко в компьютерах, в IT-технологиях. Я могу понять, что это бред. Это реальное вмешательство в программу. То же самое, да, и здесь. Пожалуйста, Роман, коротко, потому что у нас еще осталось мало совсем. Значит, я хочу обратиться к горожанам, чтобы вы хорошо осознали. Критиковать нас – это глупо. После результатов в местные депутаты. То, как вы выбирали депутата, то это никак не сравнимо с тем, как мы выбирали честных полицейских, в кавычках. То, что сейчас творится в городском, особенно в областном совете, это уму непостижимо. Кого вы туда выбираете? Задается, кого вы выбираете? Чем вы руководствуетесь, когда выбираете в депутаты этих людей? С одной стороны, чиновники, которые сидели по 5, 10, 15 лет уже до этих выборов. С другой стороны, партию, в которой явные преступники. Явные. Зайдите, загуглите фамилии любых этих одиозных людей, скандально известных. Загуглите. Не можете сами, попросите своих сыновей, детей, внуков, чтобы они вам помогли в этом. Поинтересуйтесь, кого вы выбираете. И после этого, как вы можете нас критиковать? Спасибо, Роман. Очень коротко, Игорь Пох, потому что я хочу закончить все-таки позитивным сюжетом. Спасибо. Вот тут прозвучало такое понравившееся мне выражение «политическая хирургия». Да? Так вот, о хирургии, собственно. Я хочу дожить до того времени, наверное, когда вот подобные комиссии, переаттестации будут касаться врачей. Вот я так вот неожиданно скажу. Потому что я не хочу никого обидеть, и врачей у нас огромное количество замечательных, и с золотыми руками, и с бриллиантовыми мозгами. Но правоохранительные органы – это та часть общества, которая влияет на судьбы людей. Медики точно так же, ну не точно так же, а с другой стороны, точно так же влияют на судьбы людей, вылечивая их или не вылечивая. Так вот, когда-нибудь, я думаю, доберутся и до медицинских работников. Я хочу дожить до этого времени. Все опасения, которые... Медицинские работники тебя услышали, теперь вряд ли доживешь. Спасибо. Единственное, на что я хочу обратить внимание, это вот, опять же, несколько раз тут говорилось о том, что, а кто заменит, да, вот у нас сейчас не будет хватать этих кадров там в новой полиции, потому что не прошли переаттестацию. Кто заменит их и как долго будет идти вот этот период замены, да? Вот. Я себе представляю, что люди подумают о медиках. Спасибо. Поскольку у нас сегодня было столько негатива, что мне все-таки хочется закончить позитивом, а я не могу нарушать традиции, то, пожалуйста, короткая реплика для поганки Александру Ухмановскому, и потом уходим на позитивчик. Андрей, пожалуйста. Да, пожалуйста. Не буду я поганкой. У меня сегодня... Мой хороший друг, киевский политтехнолог,
как раз писал в Фейсбуке по ситуации, о которой говорил Вахматов, про полицейского, который присвоил 11 тысяч долларов. И этот политтехнолог написал замечательно, процитировал одного из общественных деятелей, которая сказала: о системе не судят по ошибкам, о системе судят по ее реакции на ошибки. И то, что важен не факт того, что полицейский украл, а важен в том, что, факт то, что если раньше полицейские, медики и так далее никогда своих не сдавали, то сейчас этот факт известен, человек понесет наказание, а это значит, что при всех тех проблемах, которые мы имеем с новой полицией, изменения видны невооруженным взглядом. Спасибо. Александр Рахмановский просто разрывает шаблон, а Андрей Острев вырывает у меня свое право сказать маленькое словечко. Да. Говорите. Немного позитива по поводу так называемого кадрового голода. Не будет сейчас кадрового голода. Зарплаты достаточно приличные по отношению к остальным сферам жизни. Да. Это первый момент. Второй момент. Система сейчас обязана всосать этот вакуум из молодежи с юридическим образованием. Уже не за деньги, как раньше было, не по блату, а брать будут уже всех. И я уверен, что многие люди, которые достойны служить в полицию, туда попадут. А те, кто не попадут, мы соберемся еще раз и вычистим. Спасибо. Итак, для того, чтобы все-таки закончить чем-то хорошим, я предлагаю посмотреть портрет новой полицейской, которую подготовила журналистка нашего телеканала. И мне кажется, что вот как раз продолжая то, о чем говорили Александр и Андрей, мы можем говорить о том, что все-таки при всей той критике, которую, в общем-то, вполне справедливо, как мне кажется, слышит в свой адрес и система этой аттестации в целом, и отдельные ее участники, все-таки вот то, о чем говорит Саша, происходит. Система все-таки меняется. Давайте посмотрим. Прикладом для майбутніх поліцейських та працівників правоохоронних органів може стати Юлія Притула. Дівчина з самого дитинства мріяла працювати в тоді ще міліції, тепер у новій поліції. Змалечку вона бачила, з чого складається робота правоохоронців, адже батьки Юлії працювали у Новоодеському райвідділі. Батьки мої пенсіонери МВС, тому виросла я у райвідділі. Це була мрія дитинства, одним словом. Свій шлях у правоохоронних органах Юлія Притула розпочала з роботи дільничного інспектора. Це служба цікава, прийшла новенька, розумієте, все лячно, але колеги допомагали. Це була моя сама перша і сама рідна служба. Батьки та чоловік усіляко підтримують поліцейську, хоча і побоюються за нелегку роботу інспектора. Все ж таки Юлія тендітна жінка та мати у першу чергу. Батьки завжди вчили доньку, що працювати потрібно не заради грошей. Підтримували во всіх начинаннях. Тобто, якщо чоловіку це дано, це, розумієте, це не спосіб заробляти гроші. Це судьба, це ціль. Коли родина дізналася, що в Україні відбудеться реформування міліції, за дочку були впевнені, що її знання та практика не підведуть. Але, як колись у дитинстві, наче на екзаменах всі тримали кулачки. Юлія Притула пройшла всі етапи відбору до патрульної поліції міста Миколаєва, але вимушена була відмовитись, адже проживає у Новій Одесі. Це досить далеко і родину полишати не хотілося. Тож жінка вирішила залишитись на своїй посаді. До переатестації територіальних підрозділів області Юлія готувалась відповідально. В день тестування мені дуже було лячно, дуже мене, розумієте, аж мандраж, скажімо так, вибачте на слові, пробирав. Здавалося, що робиться, що відбувається. Але коли я дізналась результати своїх балів, заспокоїлась, мабуть, ще другий етап співбесіда, то вже, як то говорять, перший крок було зроблено, то вже трошки всім було тяжко. Юлія Притула каже, що плітки про те, що тести зливались, неправдиві, адже всі працівники правоохоронних органів ретельно готувались. Щоб там щось десь хтось комусь підказав, перерозповів чи надав можливість вивчити, як там говорили, тестування. Ні, питання були доволі складні.
Юлія Притула набрала 95 балів зі 120 можливих. І атестаційна комісія, вивчивши її особову справу, навіть не запросила на співбесіду. Адже і так було зрозуміло – Юлія кваліфікований та досвідчений працівник. Саме таким місце у новій реформованій поліції. В першу чергу це люди. Розумієте, дійсно структура створюється нова і має працювати лише в інтересах людини. Отже, сподіваюся, що вам було цікаво. Багато про що було сказано, і багато і цікавих історій якихось конкретних, і багато чого було сказано про саму систему. А як підказали мені ті, хто беруть участь у нашій програмі тут, у студії, найкраще, найпозитивніше – це те, що все, про що ми казали, це тільки перша атестація, потім буде і друга, і третя. І, звичайно, що ті помилки, про які ми тут казали, я впевнений, будуть враховані. Я впевнений, що ті ризики, про які ми тут теж казали чимало, вони все ж таки будуть взяти до уваги, і у подальшому ми зможемо їх уникнути. Дякуємо, що були з нами, сподіваємося, що вам було цікаво. Дякую, що брали участь в нашій програмі. Зустрінемося наступного тижня. До побачення.